Парк, это вообще для рашки так супер читерная идея. Там А, ужас. такие-то бонусы. Ай-яй-яй. А, ну их чуть порезали, да, я вижу, чуть порезали эти бонусы. Нормально же Ну все, 15%. теперь войну Германии еще не будет долго. Вот не поражает, блядь, еще вот теперь этот еще суд. Но не смогу. Сосуд? Кто сосет? Этот... Не, ну, кстати, Там, я где смогу, Тавр наверное, чисто Хогрид. за счет смены императоров, наверное, смогу Ну сейчас. да, а чё? А, тебе Corcoration Coast нужен, что ли? Ну и Я Финист просто тебе хочу... тоже не помешал бы. Нет, я хочу это, хочу прожать суд, чтобы мы стали цивилизованными людьми. Да? А, австрийский народ пока не дошел, да? Немецкий народ в целом не дошел. Не, немецкий народ в целом Политически, норм да, живет. немецкий народ уже дошел до стадии Великого Рейха. Византия, ты там еще живой? Клиент скорее мертв, чем жив. Да, сейчас тут такие веселые темы Ну начинаются. ладно. Ну, мне это единственное просто, куда протекать не осталось. Серьезно. Смотрите на меня. Ты вообще стервятник. Ну, Я Андрей, стервятник, меня пожалуйста, вынудили. апреля 1947 года. Вот, блин, с клеймами, конечно, жестко. Там вот типа один. Когда у тебя перемирие заканчивается, есть ровно один день, чтобы довнуть, и потом клеймы падают. Да, бывает, как у меня. Ну ладно, может, мы с этим, хотя не важно. Придется паузу ставить. Не, у меня клейму впили в хранить везде, я все упил по клейму в А у меня Германии. просто 10 лет было это, ну, регенство. А. Как раз я рашку собрал, и сразу регенство. Ну, теперь у меня еще 4 вассала, которых надо присоединить. У меня куча вассалов, которых Я нужно пока присоединить. жру свои степени никчемные. Жи, говно. Прямо еще. Я думаю, как... Опа, что я лагаю? О, это Aristocratic Power. Ты кто-нибудь разобрался? Да хуя нужен Aristocratic Power. А, это какое-то дерьмо странное. Это, походу, вторая стадия, когда там с этими, с факшенцами. Там, короче, если будет слишком много короче, если много этого пауэра будет, они потом переворот сделают. Что? Они могут, да, они у меня один раз делали. Че, Че, досталось какой форм суд? Да управления нет, или как? всем насрать. Короля пидохнули, всем норм. Кстати, по поводу этого. Фердинанд, помоги, блядь. По-моему, абсолютную монархию можно сделать только если аристократы слабые. Административную. Ну тебе ведь вообще из своего аргентекса перекатиться даже не Я вот могу. это, по поводу этого. Фракции, чё тут? Да делай на аристократов, а на самые нормальные. Или бы этих. Ну, я Крофтеров. среднюю гульц делаю. Гильц такой. Гильц. 45 у меня стоит. И что-то красным горит. Что дает, непонятно. Что-то дает. Блять. Натали, ты А настали чем петух. со словами? Сагаптор, где мои деньги? Ожидаете? Блять, Сагаптор, я серьезно. Я тоже. Деньги мои верны? Забыл, он же иудей, они деньги не дают. Да я отдам деньги, серьезно. Нет, Я Сагаптор, не знаешь, просто могу. долг будет расти. Счетчик. Ой, вирус появился. Как бы, Сагаптор, окей, Прописи албанцев. я даю тебе время до Вот января здесь 45-го года. О, Германия вторая по доходу. Охуенно, охуенно. А кто первый? Ты. Нихуя себе. А сейчас кто первый? Ебать, у меня стаба упала. Охуеть. А у России 1488 денег. Меня Да. подняли. Что так много-то? Ну, одевать пока некуда Ну ты особо. строй домики. По максимум пауэру у нас. Германия четвертая всего лишь. Какой отстой? Ну тут Россия, Франция, Германия, ну как бы Франция, Германия еще на одной ветке, а так я там уже далеко внизу.
Бля, заебали, реально, реально, видимо, эти не работали, короче, эти вот. Да. Они government реально полезли, короче. Это вот эта стабильность, это фишка мода или Европы? Мода. Фишка мода, то есть они, видимо, ее починили сейчас. И... Да, и она реально сейчас меня, то есть у меня тоже хорошо сейчас лезет. Но, да это, но это они не вовремя сделали, если честно. А вот почему, например, у Германии никто не выскакивает? У меня Бавария горела просто непрерывно. Сейчас у меня две армии, они в ноль выбили, мне их пришлось вести на север. Так, у тебя только Бавария, у меня все горит. Так, ну, может, ты успел закрасить, ты в той сессии немного закрасил недавно. А он бы раньше закрасил. Не, я скорее нет, Игорян. Дело в другом. Дело в том, что чтобы Германию собрать, мне нужно было иметь квайт везде, и я везде все это в итоге потушил. Ну, о том и речь. А он сразу. А у меня тоже самое, мне 3-4 провод. Вот этот от Сосари и юг, который сейчас захватил. И там сейчас постоянно восстают. А на моем недавно гнутих, который тогда отжал и квайт. То есть дело здесь недавно, недавно просто. Мне нужно было ради решеньки тушить это все. Я все это тушил несколько лет специально. О, кстати, я смотрю, Англия тоже не в порядке. Не, у нее нормально все вроде. В смысле? Не, у меня штаба маленькая. Минус 2. Да. Маленькая. Маленькая. Это не называется штаба, а не маленькая. Ну, у меня Стивен был нехороший, и пару королей быстро умерло подряд. Блять, у меня налоги минус 43%. У меня, скорее всего, самый ивент охуенный. Я был. Что хочу сказать, Ерём. Я, конечно, пока посижу в войне. 28% уже. Там быстро. Не, ну еще он в стабилити, они реально покрамфали. Он отрицательный, сейчас, но он поднимется, в принципе, у меня скоро. Минус 17 всего. Я вот думаю, мне богемию все-таки присоединяй к себе или лучше не стоит? А чё? А ты посмотри, что там в богемию. Присоединяй, конечно. А, у тебя янгуз будет от этой фигни, да? Да. Мне, сука, даже из электрики, я не могу даже религиозную не пройти, чтобы там богемский этот сам разбирался. Ну тогда ты можешь временно попросить Язи стать этим самым хозяином. Чтобы он попросил. Нет. Да ладно, а чё ты челлендж не хочешь, что ли? Ну чё, это тебе челлендж... А, ты ещё сам в Венгрию протекаешь, да? Да, Венгрию бы... Венгрию у нас уже всё там мне, тоже, это пока разграничено. А, ох ты, как круто. Ох ты, как круто. Дебрецен, значит. Чё я чё? Вижу? Мальта взята. Это видишь. Мирись. Что ты видишь? Ну, Call of Peace, что ли? Что я вижу? Не могу. Не 26% хочешь? Надо. Ну, бери он Балиары. А ты не можешь за меня взять Мальту? Нажми галку, когда ты там уже возьмёшь. А что ты видишь, Лев? А француз в Бразилию полез, теперь ни у меня, ни у него. Ну, в принципе, у него, может быть, будет, он там юг отсекает. А самостоятельной колонии не будет. Нужно 7 проф. Напомните мне, отсекаешь. Где там галку ставить? Не понял. Это я. Ерём должен поставить галку. А, ты с севера, ну понятно. Нет, возьмешь мне Мальту? Ну, как бы мне важнее, конечно, свое взять. Ну, я тебе посмотрю. Еще разок помогу. Я тебе помогу. На самом деле... Ну, вот надо было мне все-таки Аликанте и Валенсию взять. Не, ну подожди. Ты можешь взять, сейчас перехватить осаду вон Жироне. Да вы добейте до конца. Включаешь карту технологий и видишь. Вы добейте до конца, она сдастся. Вы что, прикалываетесь? Пацаны, включаешь карту технологий и видишь, блядь. Какая Франция, блядь, просто охуенная в этом плане. Ерём. Не, у меня кайзеры тупые какие-то. Тихо. Ерём, высади что-нибудь Жирону. Да вы добейте до конца, там бы 100% не можете сопротивляться. Вы что, не знаете, это фишу, что у вас есть? Ну, когда короче, 100%... Ерём, острова на тебя оставляю. И можешь Жирону что-нибудь высадить. Там уже на нуле примерно. На самом деле не Жирону, а скорее Манреза.
Сейчас, когда там, сейчас она, когда вы 100% добьете, она будет мириться при любом раскладе. Только напомни это. Ну, короче, французы залез таки в Бразилию. Ебать, нога и вылезли. Но гей. Ну а чё ему не залезть-то? Ты же так хотел меня не пустить, что мне пришлось. Так хотел, что мне пришлось. Да. Ещё 90 лет без войн в колонии. Да. Просто подумай, если французы хотят с кем-то повоевать, его смогут остановить. Нет, у нас по правилам нельзя в колониях за колонии воевать первых со 100 лет с начала колонизации. Почему? Ну так вот, такой фиша в этой партии. Не, ну я не против, могу и сейчас повоевать. Ну это бред какой-то. А в чем профит, Игорян, объясни ну, мне. Типа, ну бля, типа, блядь, колония нет. Будет разбита, а потом за ней будет замес жесткий, глобальный. Чтобы не было так, чтобы вон поделили мне Северная Америка, а мне Карибы там, и мне Южные там и прочее. То есть, такой, подожди, а как это повлияет, я не пойму. Ну ролиплей такой, типа. Вася! Ну ты что, Вася. Попчанки вырешал? Вася. Так а так вот так зовут Вася или что? Настя. Берем, кстати, проверь, как он там мирится. Он, по сути, 90 не мирится. Он говорил насчет Васона. Я вон в Жирону сейчас приду. Еще раз. 28-го. Все, пришел. На каком уровне ну, идет аннексия Васал? Поставь там кораблик свой, что ли. На пятом. О, все. Прокачал третий драфт этот. No cost for reinforcing. Такая на самом деле тема жесткая. Но я взял стендинг, блять, я тебе решил похорохорить. Стендинг? Вау. Не нужен. Не, у меня морали будет достаточно по националке, я считаю. Морали никогда не бывает достаточно. А на самом деле бывает. После где-то 12 уже она не нужна. Считаете, что все-таки драфт лучше взять? Ну, конечно, драфт. Привыв, да. 2 года оттрабанил срочки. И свободен. 2 года танка тут лет. Те времена, я думаю, лет по 20, думаю. Ну, да. Не, стендинг, не, стендинг. Я в сингле стендинг. Ну ладно, окей, будем там по 10, как в Северной Корее. Все равно. Не, ну колонизаторам стендинг будет получше. Не, ну, кстати, между прочим, Великручина это как раз вот скорее стендинг карми, потому что человек там, во-первых, собирали это довольно ограниченное число. Ну да, Рекручина это стендинг, это ты вобрал его и все, он фуш до победы. Там, уже до пенсионного возраста. Даже на пенсии они, по-моему, их не увольняли, а они там на тыловых должностях там всякую хуйню. Типа, ну, да, так эти первые сына брали. Армии был, он не умеет нихуя, ничего ну, не типа, может. Ну типа Алена вот кровью шел тогда. Какой ты типа, там какую-то профессиональную армию описываешь. Так стендинг это профессиональная армия. Профессиональная это мерсенери вообще. Это стендинг это рекручина. А драфт а что? Драфт привыв. Блять, а то есть рекручина это... Рекручина это не призыв, блять. Тоже 25 лет и те, кто ищет всю жизнь в армии. Все. То есть он ему уже под полтинник был, когда он освобождался, и то есть, блядь, что он уже может, блядь, сделать, если он всю жизнь в армии был? Не, ну там у тебя чаще всего, нет, там чаще всего, нет, там землю никому не давали, конечно. Там народ чаще всего просто в армии оставался на тыловых должностях, то есть пифрами всякими там и прочей фигней, то есть сидеть... На целом складе охраняли. Да, да, да. И с ручопками? Ну или там сам прифугой чаще всего они шли потом. Старый солдат там. Да. Я старый солдат. Слушайте, а вот офицерский корпус, у них были какие-то сроки по, ну то есть там предельный возраст службы? Нету. Нету. Нет. Там даже в другую сторону не было. То есть там же записывали, блядь, еще до рождения. Нет, да, это понятно. Это косяк, это мы с этим боролись, пытались бороться, по крайней мере. Подожди, то есть 70-летние старцы управляли там армиями? Легко. Ну а чё? А Суворов когда по флейдерам армии водил вот бой? Вот именно. Или тот маршал, который перед ним был, Салтыков. Он, по-моему, 80 лет там с этим, с Фридрихом пиздился. Суворов, он же ученик Салтыкова. Вот именно. Всю жизнь. Просто всю жизнь. Да, всю жизнь воевали, как два пальца об асфальт. Ну что круто, у тебя шлюхи, блядь. In the dark times of the 17th century, there is only war.
даже 18 век, чего ж там. Да, уже. Да, что-то Золотая Орда, конечно, пошла в пизде. Ну, у меня 3 штака будет по 20, блин. Мало, блин. То 1000 даже не будет. Мев, замерилось. Мне вообще армия мирного времени. Я вижу. Полтинник всего. Сколько? Полтинник. У меня 60. Ну, 68 максимум. На восьмерку держать шмыфа мало. Ну, у меня до полтинника до 60 ведется, да. Ну, я сейчас этих присоединю, но на третий так не хватит. Давай. А какой у тебя дизайн танк? Вот, это как у меня дивайн, но это, смотри, сейчас будет примерно, 12-4-4. Mm-hmm. Ерём, ты, кстати, ему флот уничтожил? Я его не видел. То есть ты так неплохо во рту идешь. Ну смотри, 4 пулемета для осады нужны. Сейчас на самом деле мало смысла имеет показывать. Вот. Так она вообще, она только чисто в атаке имеет. Потому что у нее в атаке фаер огромный, а в обороне она никуда не может. Ну так я в атаку и воюю всегда в ботами, я всегда бегаю и пишу. Танк-то вармангер? Нет, я защищаюсь лучшим способом. Да. Так, сколько у тебя моралька сейчас? Моралька сейчас вкажу. 2,9. Нормально. Блять. Дисциплина 125, комбат пехоты полтинник, комбат кавы 20, комбат арты 15. Че, я не пойму. У меня 40, 65, 25. Блять, а у меня доступные райвелы, это Византия. Скорость прибавьте, пацаны. Угу. У меня вообще нету райвелов. Возможности выбрать их. Потому что ты настолько лох, блядь, как вокруг своих затей. Да, вообще, блядь, просто пиздец. Сам себе поражаюсь. Опа, а грузит на православная, да, нормал. Так ты это такого называется? Бери колониалку попиздавал. Exploration, епт. Так. Уже будем драться. За мемилюком когда будем? Снова в микрофон опять. Кто пыхать, да. Прекратить пыхать. Это у меня салют. Защититься от Pwned Lithuani. А сколько у Pwned Lithuani, ребят? Ой, кстати, надо. Ну, Византом не развалился сильно так. 55. Блять. Так 54. Много. Я столько в мирное время не хочу держать, мне деньги. Надо, надо ждать теперь. Что-то тут я смотрю, тут огоньки, не хочу с огоньками больше дружить. Халлен Стейбл. Чувствую, мне надо стабу качать, потому что с таких... Почему у восточников пехота табор инфантри сейчас, если богемию, у которой блядь, эти табориты должны быть, это западная техгруппа? Когда мне тарнавская культура уже примется, блядь? А там мало бэнов, хули не поднимется. For the glory of the god, нихуя себе, что такое тема. Religious expansion. Ну это что-то типа защитника веры, только не защитника веры. Только через полиси. Ну, это да. Нормальная такая тема. Это как свитер, кстати. Только очки, да? Это тема-то нормальная. Можно сделать Ренефан в Тайл for Берлин. Стоит, пацаны? Я сделал, Веня. Я сделал, я уже на... Это там профиты такие, ну, а сейчас стоит. 50-70, я никак не сделаю. Ну, нет, я, наверное, не буду. Я сейчас буду на самые шахты копить манки. А у меня же литеральный трейд идет. Ну, охуеть теперь. Еще 20-ку? Опа. Ну, для чего? Ну я хочу воспроизвести ману построить. Да. Ты торговца главный из Данцинга убери. А в Данциге его и нет, вроде бы. Нет. Показывает то, что он это. У меня нету торговца в Данциге. Кто мне полтинник может на год одолжить? Денег? Ты можешь сам посмотреть, нету там, как у тебя нету. Нет, одолжи ему. Сагат. Все, конечно, я включаю счетчик, мне похуй. Ты должен был мне... Спасибо. Во-во-во-во-во! Я тебе больше 540 не отдам в любом случае. Ли, тогда давай мне их прямо сейчас. Ну... Гони. Ну, я войну закончу, начну тебе... Что-то АИ не хочет мир даже Сагат, на 130 франков. Прямо сейчас дай мне гифт хотя бы треть суммы. Чтобы на я... Нахуя эти деньги эти? Он наркоман.
Сагат... А давайте реально за унием сходим. О, а то... Раша, 120. Да нафига нужен там этот мамлюк, ну объясни. Ну, надо уважение проявлять к людям, ёпта, и все. Ну, рехофт целый делать ради игрока не в Европе, не серьёзно. Да, да, надо. И потом... Да, ну, и это все, что ты этот месяц можешь получить. Оним. Ну, следующий планеж я значит через год. Чего? В Венгере рехофт за тобой. Ну. Ну, охуеть. Жок, а что там сейчас говорил, что Рашка? Нахуя рашки, я говорю, нахуя рашки денег? Нет, я говорю, в пул МП у тебя там самый большой сейчас. А, 123, да, да, неплохо. А ты строил домики, кстати говоря, танк на солдатиков? Я домики по коньки не встроил вообще. Вообще никакие? Ну я там об армии заботился. Нет, да хуя уже построил. Блин, на меня каждый, если их нет, нападает северный сосед и отжимает по три провода. Слушайте, ну, а что получается, провинции с золотом, они вообще изначально ничего не дают, пока шахту не построят? Отратус, я понимаю. Нет, дают, но шахты они дают круто. Не, у меня, например, в Самаре сейчас 0 дукатов, а с шахты будет 20. Ну вот, впрочем, короче, началась великая стройка. У тебя потому что... Ты посмотри, сколько у тебя мандиферов на минус какую хуйню. Нет, у меня огромная напряжение. Золото дает товар, золото это товар здесь, а не чистые бабки. Ой, у меня тупо 0 там везде. Ну потому что у тебя револт риск, ебать, ты не работаешь. Нет, там револт риск 8%, блядь, от этого... Блядь, оборота. Набери на такс, из-за револт риска минус 35% такс идет. Так это ж не налог, золото, ну, не... Золото, здесь идет золото в продакшн. Ну, как бы, и из-за него, из-за продакта у тебя тоже, из-за револт риска продакт нулевой. Смотри соседнюю провинцию Саратов, там еще выше револт риск, но продакшн там есть. А корочка и культура у тебя есть своя? Да. Нет, культура нет, но... Еще раз. Анционалисты какие. Так, Сафари, все, рехост за унимом. А в Саратове так что? Рехост, блядь, нахуя? Так что без... Да, за унимом, ну надо по-пацански делать все. Куда ты его по-пацански? Игорь, куда ты его будешь сажать? Ну куда ему, пускай, как хочешь, тебя садиться, блядь, в жопу хоть. Будет пацан тренки, блядь, все. Вот так. Игорь, поправь стабильность. На 200 цели давайте его посадим. На 200 целей. Чтобы есть 200 цели. Это самая крупная вообще-то не игрок страна в Европе. Ладно, я курю. Но она сейчас как бы уже заканчивается. Ну вообще-то Милану такие палки в колеса ставить. Ну вообще есть 200 цели. Вообще можно не пиздеть, блять, во-первых. Не, ну кстати, ему будет интересно посидеть. Да, да, я его прогоранчу даже. Пусть садится на Музафаридов. Ну кстати, на персов, да, почему не пиздеть? Там три вассала, там все отлично. Ну вот я как бы... Тем более Перку-то уже как бы пофигу, он уже как бы... И мы слою вернуть бы как бы уже изначально. Я не знаю, что здесь такая боль на Византии. Да, я тебе говорю, он взял много проф с плохой стабильностью. И в том, и в допатче она хуёво, видимо, работала. И сейчас как начало все револтиться, плюс он сидел в войне. Это еще ухудшили просто. Ой, ебать, 300 бы там, ух. Так она не поднимает... Не поднять ее никак, понимаешь? То же самое у меня было, почему я развалился мобилю. Ну да, на самом деле это замкнутый круг. То есть стабильность, которая не поднять из-за того, что стабильность низкая. Ну, как и РЛ, так и РЛ так было. Вырыл зачки и не прожмешь. Ничего не сделаешь. То есть, там есть какая-то идея, как я понимаю, на стабильность, да? Ну, не идея. Она никогда не работает. Политика есть на стабильность. Вот у меня этой политики не было. У меня тоже сейчас нет. У меня нечто не тоже не кажется. Ну, РЛ можно просто усмотреть. Ну, о, а меня 5 человек смотрят, оказывается. Я прожал эту... Что там? Меня 5 человек смотрят. Сейчас меня... А тебя нет? Популярен. Обычно же дедка. Ну, там ублюдок, он типа решил со мной конкурировать. А у тебя... Сейчас скажу, сколько у меня. На самом деле я прожал на стабильность, но... У меня... Очень сейчас долго подымает. У меня 9. Ну, ты крутой. Так, лошок. В прошлый раз было больше. Меня варги смотрят в основном. Да нет, ну, когда варги мы видели, сейчас, минуты полторы еще. Все, рехост? Да, давно уже, я уже загрузил почти игру заново. Там. Но картинки вставили прикольные. Ну да, всякие овцы. Да. Какие, блять, овцы. Англия. Вот, кстати, на самом деле жалко, что у нас нету DLC на эти, на текстурки, потому что интернет миленький. У меня есть. Да. Создано. Я у меня почти все DLC-шки куплены. Только кроме песен. Я песни покупаю. А, книжку купил? Нет, книжку не купил. Ну, это не игра. Да, не купил книгу. Солдат читает книг танк. Какой пароль? Минус один стабильный. Ну, угадай.
Один в три не подходит. Стабильности это штраф. Один в три подходит. Не подходит один в три. Культурным традициям. Игорь, ты так создал 1-2-3, а пароль верну снова. Тут, кстати, ивент есть. Солдаты типа читают книг, и там вроде сколько там, 5 что ли? Да, ребят, наоборот. Пароль. 1-2-3, а пароль снова. Так, 1-2-3, пароль. Пароль снова, да. Ну, ребята, ну раки тоже бывают и у меня. Игорян просто ретард. Просто затроллился. О, внизу у меня сейчас цитата Сун Цзы. Заигрался батон. Если честно, я бы тоже пересел куда-нибудь. Годи, ну, не-не-не. Беркут, мы из-за тебя Беркут, начали, из-за твоей просьбы по Византии. Ой, да, вот теперь умные лица, да, там, вот, а мы тебе говорили. Не-не, сиди теперь страдай, ёпта, все страдай. Нет, так, просто сингл гонять, просто я сижу, ни хрена не делаю, реально жму, блядь, технологии там и все. А мы все то же самое делаем. Сингл гоняют, тут то, что дипломатии никакой нету. Потому что рано еще пока тут, ну даже реформации так, нет. Рано. А что рано, а потом как... Да, ну начнет реформация еще дальше, блядь. Как со мной будут дипломатию Игорь, вести, вот, приплывет Ерема, скажет, слышишь? Вот, тут не будет просто. Ну, с кем тут 30-летие? А я уже, да, уже... Ерема скажет, я хочу Кипр. И, блядь, я хуй что сделаю. Ну, Ерема так скажет. Потом придет, образно говоря, там, Джокер или дед. Я хочу, блядь, Константинополь там, или что-нибудь. Беркут, я хочу Грецию. Ну, блядь, братан, все в твоих руках, я не могу. Если что, ты это... Ребята, я могу сделать республику. Постоять, так что забирай, пользуйся моментом. У меня, кстати, может быть... Я пока Болгарию жру. Эй, тут начало игры Болгарии даже нет. Откуда она вообще взялась? Кто? Была? Византии. А это нормально, что я ввел неправильный пароль, мне написали, что меня забанили? Да. Я забанили. Саджачос. Пароль снова. Жанья. Ария. А где тимуриды? Почему тимуриды? Ну, жаль, тут нельзя построить шелевную дорогу Берлин-Багдад. Нет, может, просто за Византию. За Византию, когда там второй сценарий с 70-го года, да, по-моему, начинается? Да. Где Византия великая, да? За Византию тоже вариант с 1370-го. Какой, говорите, помощь, пароль? Там помощь флоту нужна от Венеции или там от кого-то будет. Помощь от Венеции, да, просто. Меня что-то не захочет. Пароль снова, я перепутал. Раскладку посмотри, может, у тебя русский. Германия кто-то встал, чуть-чуть. Кстати, похож на Германию. Там еще кто-то играет на Миоу. И что? Просто. Просто. Ну это боль просто, унижение на Мио. Давай, если честно, попробуем. Не на Мио, на нашем моде, ну на этом, на Вефе. Так, значит, на Мильдов мод популярен, такой народ играет. Типы, кстати, вечером играл, типы играли в это тоже Веф, у них без пароля было, я к ним зашел, они меня, ну, короче, послали. Ну, оригинально, ну, как бы я не... Ну да, да. Не, мне больше интересно, может, попробуем в следующий раз этот сыграть? На Мио Интексис? Не, он жестко лагучий, он лагучий пиздец. Слушай, я просто... вам реально, он не сбалансирован, то есть вот... Короче, следующий раз... Ты тоже не сбалансированный. Я... И он лагучий, мы будем отыгрывать за ночь, за весь вечер 20 лет, это анонизм. Это пиздец. Это нам нужно играть 3 месяца, чтобы доиграть, забить одну партию. Если тут мы хоть прошли сколько уже, 120 лет... Чё, какой сейф-то? Да, короче, прошли 100 лет, осталось еще сколько? Снова, пароль еще снова. 500? У меня, кстати, 3, сейчас 3. Эти очки монарха вообще не растут. Кстати, да, люди, очки монарха стали медленнее расти, да. Мне кажется. Вероятно, потому что У меня в начале сессии нормально, они подрастали, а сейчас, короче, вообще, ну, вообще нет. Короче, надо посмотреть, что там все-таки со стабильностью. Мне кажется, скоро к следующей партии будет у нас новая версия игры. Да, блин. На самом деле, чем быстрее новую начнем, тем лучше. Да, на 1.3 выпустит. Я вот, кстати, Ерему начинаю поддерживать. В чем? В плане? В плане новой. Так, Музафариды, подожди, мы Мусариды, Музафариды. Ну, это, да, не имеет смысла новую начинать, пока новый 1.3 какой-нибудь не выпустится. А, когда новый DLC выйдет с этими самыми, с военкой, вот тогда имеет смысл. А, ну, кстати, да, ну тогда в ванилку, наверное. Кстати, ну, что ванилку, там будет, да. По военке, я не читал.
Пока еще ничего нет. Короче, вассала можно ловить. В этом дневнике давали, что вассалам даешь команды. Либо защищать, либо атаковать. Или нет, там не защищать, кстати... атаковать. Либо они будут у тебя бегать вместе с твоей армией, либо да. они фэм будут тебе кстати, вассалы очень да. сильно мешают, бывает в сингле. Поднимаешь повстанцев, да? Объявляешь войну, а они идут повстанцев пилить, которые за тебя. Ну, они любят всякое делать, да. Ну не, просто вассалами можно будет уже... Нагайцы владеют пробой в Румынии, да? Охуеть. Тем более, там можешь сделать боевого хомяка из вассалов, если как бы то есть, им управлять. Ну, то, нет, на самом деле, было бы годно, если бы они сделали, как в хаях, милитари контроль обыкновенный, то в этом случае, реально, играть через вассалов, особенно во всяких модах, где это поощряется, Брашка, было бы видом. Брашка, а ты когда до Кавказа дойдешь, будешь своему брату по вере помогать? Грузину-то? Грузину, братан. Пять баллов просто. А что я зайти не могу? Какой пароль? Snow. Поменяли пароль. Понимаете, ребят, у нас тренд, у нас каждый сессия новые пароли. Понимаете? Не получилось, блин, их запилили, нестарианство хотел принять. Там, на самом деле, последнего дневника самое классное, это первое, то, что писали, то, что контроль этих, ну, провинций во время войны передаваться, это вообще 10-10. Пацаны, смотрите. Что, провинция? Мы решили, что 21 товара это слишком мало, поэтому мы решили докинуть 3 новых ресурса, вау. Да, дерево, краски и 21 мало, а 24 это самый раз. Нет, я думаю, они потом еще докинут. Они просто им стыдно признаться, что они... Пиздец, потом, да, не, они Виктории рефурфы добавляют и все, как бы. Нет, там самое неудобное, что они решили, что 70 провинций в Африке это мало, и они решили сделать 150. Нет, с Африкой на самом деле самая большая проблема это то, что они одну культурную группу разбили на 3. То есть за африканцев теперь сложнее играть будет. А кто ты играл за африканцев? Но... Именно за негров или арабы? Не, негров. Кто за них играл, вот скажи мне. Ну смотри, например, у Сангая там читерские военные идеи, реально мега крутые. Вот, и сейчас там плюс Сангая еще немножко бафнули, за него реально можно теперь играть будет. У него все идеи на военку почти. Следующий раз, когда будем, короче, играть через публику, ты будешь играть через военку за негров, когда нельзя изменить войска, блин, выстраненувшись. Я посмотрю, как ты будешь воевать против Германии. Здесь? Ладно, пацаны, вы стартуйте, а я пойду срать, все равно делать. Ты еще рад сраться, а что ты за свою галконку садишься, садись в нормальную страну. За кого садишься? Нормальная страна. Нормальная кто? Это за него он играл. За 200 цилий, конечно же. Давайте, рэди, погнали. Сагаптер раду, давай. Че так пишешь? Еще жидов вон грузится, рэди. Так боится Италии? За кого садишься? Нет, я единственный опафаю от Польши, шеф. Потому что там сидит безумный маньяк. Это раз. Его можно пизды, возможно, два, да? Не, понимаешь, в чем дело? Во всем можно договориться, но человек псих. И ты, Игорян, псих. Но ты, Игорян, маленький и безопасный. Тем более, и будет игрок на Сицилиях, да? Тоже нормально. Да, и тогда тобой тоже можешь будет договориться, потому что даже если ты кинешь, то разницы не будет никакой. Не знаю, сам что со мной все договорились. Для Ратуса, что вообще-то как бы сейчас африканские войска по пипам на последних техах, ну, на несколько пипов отстают от Европы. Отстают. Там... Ну отстают, главный вопрос. Ну отстают, но при этом там идейки хорошие. Понятно, что немцы с Германией, да, Германия немножко посильнее будет этих негров, но никто же не говорит, что негры будут воевать с Германией. Я говорю, можно на Рим перескочить, что-то индусов видят моих. После Германии идет Франция. Франция тоже вынесет его. А другие страны, ну, собственно, не доберутся до нее. Ну, Италия, ладно, с Италией он, может быть, наравне будет. Минг? Не факт. Ратус выбрал Минг? Хуй. Там индуса пилят сверху постоянно. Ты сдался, ты испугался головы. Ты, кстати, Ратус, знаешь, на чем можешь сесть? На вот инстусы с музарафами. О, а рашкование уже все, к Астрахани подпиливать. Какой да, потекла. Брат занят уже. Жить тикой погнали, жить тикой погнали. А он им получится. А Донецк чей будет? Донецк. Будет свободно. Донецк будет Золотой Орды. Ну он сейчас Золотой Орды, но вот. Я не знаю, дед ДНР предал или нет? Ну вообще мы с Джокером договорились, что Донецк мой. Ну на самом деле.
А на самом деле будет как получится. На самом деле он сейчас будет украинский, потому что Польша — это большая Украина. Не, мы договорились, что Азов уходит Джокеру, а Донецк и Воронеж мне. Как ты мог, Азов? Куда россиянские эти... Танк, ты в курсе, что у тебя националисты восстали? У меня страна в руинах, да. Мне сейчас пришлось темп в Дрифане армии поднимать. Топ, у меня штаба стало минус 20 чего-то, хотя она у меня до рехоста была 0. Все. Ну, блядь, Игорь подправил. Не, она у меня реально до рехоста, у меня штаба была 0. Ну, нормальный танк, чё, ебать. Потому что жизнь боль. Добро пожаловать в клуб. Ну охуеть. Ну а чё, у тебя минус 2, у меня минус 2, у Ерёмки, по-моему, тоже минус 2. А не, у Ерёмки... Минус 1 уже. Сагаптер, ну ты как бы знаешь, да? И только Россия является островком стабильности в этом многополярном мире. У Голландии 2. Итальянцы на плюс 3. Франция плюс 3. Танка, давай за тебя будем голосовать. Нет, не нужно за танка голосовать. Я не хочу этого. Да. А что ты нелегитимный правитель? Да, кто нелегитимный? Стоп, а почему на меня повесили этот имперскую херотень? Блять, там мне инсульты кидаешь. Да, это у меня ивенты выскакивают, клейм на какого-то этого самого лоха в Восточной Европе. Бывает. Что взять-то? Залуп возьми. Джокер, ты хоть чем-нибудь строишь себя в стране твоей? Я? Да. Двое. Говорит, спрашивает. Я? Да, говорит Игорян. Уверенно. Так кто? Кое-что, кое-что. Так Джокер, и Ваки, я понимаю, ничего не строят. Я строю, у меня денег нет, ни хрена. У меня денег. Я точнее строил когда-то давно. Тоже неплохо. Я, короче, думаю в административку перекатиться. Кто-нибудь перекатился вообще или нет? Как вообще перекатываться в другие здесь? Я вот как мне, блядь, перекатиться в Тревучего Ордержца? Мне оно нахуй не нужно. Ну вот, начало. Штаб, оно было полезное вначале, но сейчас оно не нужно. Что за карта? Пацаны, а как можно вообще перекатиться реально в административную монархию? Хорошо. Можешь рассказать? Хуй знает. А что здесь, войной можно поменять это как? О, лидер ковырный пришел. 6-4-2-2. Эти деньги. Фагаптер право. Фагаптер право начал рыть бункер. Ну нет, я на самом деле рэбов убивать буду. Начальник хули есть. Того, что такой, да? Чё? Ты не знаешь, как тут перекатываться? Блядь, я пытался посмотреть, но не успел. Он еще раз говорил, о, в начальной школе. Конечно. Что за хрень? Какой там? Что за пизда творится? Я не понимаю. Не знаю. Пиздота какая-то. Пиздота творится. Да у меня постоянно выскакивают эти ивенты, которые в две пробы дают по... Плюс 15, плюс 15. А, народ, а почему я не могу поставить корку на Мальту? Ну, у тебя, может, колониальной дистанции не хватает. Да, колониальная дистанция на Мальту, вот. Да, мне тоже это нравится. Там не колониальная дистанция, а ну, это... там что-то так, типа, не её. Да. Supply, ship, лимит более чем достаточно. Там не в этом дело, там дистанция. Что ты чуть-чуть не хочешь? Это твоего ближайшего порта. Ну, это как колониальная дистанция, но... Ну, блядь. Только для... Для щитка. Ну тебе надо Гибралтар, в общем, взять, короче. Каптерион, а чё ты так долго её пилил, блядь, и так взял мало? А я это, ну я взял 99%, а пилил долго, потому что я у Болгарии ещё одного сальчика отнимал, тут мне нужно было Болгарию допилить. Нет, хуй, стабильность так и не поднялась ни разу. Ну, сейчас поднимется. У меня она просто упала, вот как-то до рехоста была одна, нафиг рехост сделали, я не знаю. Чтобы я упал стабильно. У танка, наверное, там три ивента висело, лос стабильность. Нет, что, у меня ничего не висело. У Амбродовская республика, ну и вас нахуй. У меня как бы стрим есть, там все видели. Все честно. Игорян уехал в республику, ждем. Не-не-не, я не стал брать, Потому что это хуйда, блядь. Что хуйда, почему?
Если... Миланд, отношения со мной, что ли, улучшай, я не знаю. Сейчас, подожди, блядь. Какой ад. Блядь, еще минус стаба, еще минус стаба, блядь, уже минус, уже плюс один. Ну, у меня ноль стаба. На плюс трех. Ну, Игорян себе просто плюс три нарисовал, ну и... Да-да-да. Вот, что поправил. А, не, у меня вот этот ведьма отрок, как это южно-германский, баварский, он там горит. Ну что, давайте, блядь. Посмотри, ну получил ты Баварию, вот ты счастлив, встал из-за этого. Кто от этого выиграл? Вот ты сам бы Баварию мне, сейчас бы у тебя все в порядке было. Да у меня и так все неплохо, на самом деле. Ну как, у меня 1200 прирост манпауэра в месяц. Вот тут 1200, блядь. 1200, ну у меня, блядь, 1300. Отпроси у тракториста. Ха-ха-ха-ха-ха! Подъебали, блять, подъебали. Джокер, объяви войну и запили. Стабильность хотя бы ноль сделать. А сколько у тебя, кстати, армия сейчас мирного времени, чё? 54. А, ну, прям так же. У меня вот тоже, я тоже поднял. Да, вижу, инкрестабилити появилась хуйня. А то вот что-то... Бля, ну хуя, так сожрёт, всё жрёт, блядь, это торгать, я не буду ездить. Дед! А, о, у меня топовый форфлимит в мире, охуенно, просто готи. Я уже давным-давно, на самом деле, да. Лет, блядь, 10, нахуй. Ну, да. Я идейку сейчас прожму, и у меня плюс 33% будет по форфлимиту. О, дед, давай. Ну просто зачем, как бы? Хорошо, когда рядом такой жирный. Ну нет, понимаешь, в чем дело? Просто это будет выглядеть как один немецкий солдат за пулеметом сидит. Ну вот да. На нем бешит 10 тысяч ваты. А, дед, смотришь, кстати, это сериал про Первую мировую? На самом деле нет, немцев больше, чем русских сейчас. Дед, смотрел, кстати, сериал про Первую мировую, вот который сейчас выходит в Тармедиа? Не, что-то сериал. Вот, посмотрите, кстати, посмотрите, понравится. Про Первую? Он очень ватный. Просто какое его... название? Ватнее просто его уже нет. Танк минус 3 стабы, нахуй, блядь. Осада этого, как бы это называлось? А, Франция? Осоветься? Да, осада Осоветься. Там есть, есть, правильно. Там вот реально все ватные мифы. Танк. Про свергнутый. Танк. Про Первую мировую? Про Первую, да. Ну, естественно, сейчас же 100 лет Первой мировой. Кстати, нет, бля, как можно снять ватный фильм про Первую мировую? Там же реально есть. Атака мертвецов. Там все есть, все вот эти ватные мифы про то, что значит рук армия превмогала, там не впилила. Да, а потом такая русская. А потом, значит, кровавый большевик. Да. Танк, а ты его позиционируй, уже России записался. А танк просто советский петух. Жид, ты тут? Да, да. Нет, нет, давай сейчас я заберу свои две проволоки. Танк просто совок ненавидит. Не, подожди, давай это. Укропы записал. Давай я, короче, отменю этот. Что ты хочешь сделать, я не слышу. У Бургундии вот это загорелся, когда ополченцы этот начали ебашить, да? Нет, на самом деле не проблема ополченцев в том, что у них всякие петухи типа стрелковые. Хорошо, что их подорвали. Нет, ну, кстати, всех вот таких вот идейных рука Кремля не убрала. Там остались какие-то только ноунеймы, ну и Моторола, которые просто... Нет, Моторола прикольный. Моторола ничего не имеет. Потому что он просто любит убивать людей, по-моему. Ну, просто любит убивать людей, это нормально. Это хороший парень, я ничего не имею против него. А вот Трюков нашел, что не умер. Я уже, блядь, месяц в теннис играю, пиздец. В смысле? Ну, пиздец, богатей. А, я проиграл. У меня еще и скачки, у вас только теннис, а у меня еще и скачки, блядь. Сейчас еще раз валюсь. А что, я не понял, что за теннис-то этот? Да просто это хунта, на самом деле, я его обочил, тут потому что надоел деньги туда бухать. Ну, а когда ты его бухать? Отменишь-то, скажи? А вырезать вот сейчас, эту фигню вообще? Всё, на самом не, деле. Не, ну ты это не я. У меня просто белый мир сейчас не, понимаешь? А, да ничего не, вырвать, можно просто бойкот поставить и все, и норм. О, наконец-то, наконец-то. Не давай ей сейчас проход просто, и все. На этом... Не, ну ты не забирай эти... О, excellent. Стабильность повысилась. Сейчас через месяцок будет. Они короче, вырезали бонус за идеи, это, наверное, национальная идея. Очень круто будет через месяцок. Игорян. А, у тебя административный 14, а что ты это как? Ты не административный монарх? Нет. А как, блядь, сделать ее? Вообще хуй знает. Посмотрите, кто у меня советник административный, если вы можете, конечно. Нельзя, а мы можем, мы не можем. Ну, короче, это
Гутенберг, он напечатает Библию. А че так рано? И будет ивент, Юра. Возможно. Нет, он ивент будет. Я прогонял синглы. А, Мев. Че? Продай Гибралтар. Я тебе продам. Я не дотягиваюсь просто. Мне нужно. Ну возьми Танжер, ёпта, что ты. Какой Танжер? Вы что, и... Да, Марокко просто от ожирения. Касабланка. Касабланка. Марокко. Вы видели этот ролик про охранника? Мне нужно что-то в проливе Гибралтара. А лучше сам Гибралтар, чтобы исторично все было. Нет, ну Гибралтар просто исторично красивый. Вот он, натовец чистый. Вот, блядь, кстати, Византия вообще собирается возвращать утраченные территории? Нет, вот, а Фагаптор собирается возвращать деду деньги? Я не возвращаю деду деньги. Нет, нет, там что, всего плюс мог, два. Я бы это сделал. Поверь. А что еще нужно для хера денег? Но... Че плюс два? Не понял. Сколько сейчас базовый налог всего двое? Я тебе всего 300 послал. Ага, еще и модификатор хороший. Ну, и еще и... Что модификатор это... только на защиту, что его никто не возьмет. Не-не, ты просто не в курсе. Там триггерит модификатор есть. Раз. Да. Торговля. Ну, Кент тоже всего лишь 5, в принципе. А во-вторых, как раз-таки базовый налог растет событиями. Для Испании налог 2 это хорошо. Это у вас там по 200 налогов, у меня сотня всего. У меня тоже сотня. Стабилити, блядь, дроп, сука, нахуй. Минус одна стабильность. У меня налог минус 4,5%. А что мне, блядь, теперь делать? Катаны, торговую идею какую брать за немцев? За мерку. Доместик маркет. Доместик, точно, пацаны? Ну, если ты нет, если ты экономику не брал, то ты без этого не сможешь исследовать эти экономические исследования делать. А, да? А то что, да? Посмотри, там в условиях либо экономика... Не, ну погоди, у меня innovative есть, экономическая идея. А, у тебя innovative есть. Закрываешь вентус, ты можешь бустить. Не, Что-то innovative. То, что стабильность не поднимается, что реально глюк какой-то, непонятно. Не, у меня глюк, это они... Они просто... Она поднимается. Она поднимается. Просто очень медленно она делается. То есть там хардкор был на самом деле, но он был сломан, этот хардкор в прошлой версии. Сейчас они хардкор вернули, как он должен быть. Да, то есть я Сасари взял уже, то у меня уже просто unstable. Одна даже stable проба пошла. То есть, сколько должен быть национал stability level, чтобы эта сука поднялась? 300. Там написано все написано. 300. Я не могу, мне 400, 400. 400. А где это? А что лучше выбрать? Дач по-моему, я файл или административную республику? Дач республика. Дач бери. Ты чё? Дач, конечно, ты чё? Ну бас, что ли? Лог, что ли? Это же самая фишка игры этой темы. 400, блядь, у меня 14. У тебя там сколько? А где вы это смотрите? Ну, Display National Status. Там, наверное. Наверное. Ну, там нет, сколько надо. Ты думал, время сапога. Ну, я вроде в этих файлах смотрел. Ну, в файлах это другой вопрос. Ну, правда, я в прошлой версии смотрел, сейчас хуй знает. Пиздец, у повстанцев пятишок, блядь. Петушок? Ой, пяти огонь. Ну и как, блядь, мне перекатиться в эту хуйню? Административную монархию. Сидин сервис акт это полезная вещь, я его возьму. А, Джок, ой, господи, Беркут, сколько у тебя national stability level? А где это посмотреть? Решенька по статистике. Угу. А вот у меня уже два, в двух пробах уже квает, нормально. В леджере или где? Нет, в решениях у тебя есть желтая решенька, где pay national statistic. Там наводишь на вопросик, и у тебя там фотка по стране. У меня минус 160. А нужно, чтобы было 400, чтобы у тебя поднялась става? Минус 210. А нужно 400, чтобы става поднялась? Угу. Ну, у меня минус полтинник. Так, еще раз. У меня сколько интересно. Display National Statistic. И что, какая должна быть? Ну, там стабильность. Когда стабильность станет 400, става поднимется. National Stability Level, да? Да. А, у меня 358. То есть... У меня 46. У меня 257. То есть на 400 должно подняться, да? Да. И оно идет дальше в запас. То есть если, ну,
Да, у меня было в запасе, она потом падает, но сразу поднимается через месяц. Ну, Domestic Market взял. У меня, короче, повышается, у меня поднимается на 15 сотых в месяц. Так, эмбарго и пишется +25. Да я не нападал, меня сами напали. Теперь кому бы объявить эмбарго? Рафанон, ты такой классный. Короче, пацаны, это вещь. Я читаю описание, короче, этих разных. Я хуй его знает, сегодня... Вы скорость поставьте третью, пожалуйста. Сегодня это неиграбельно, по-любому. Да нормально. Нормально все. Ну то есть я, короче, буду до конца жизни сидеть с минус 300. Блять, если у тебя пробах будет, у тебя выше будет повышаться, когда у тебя... А у меня нету, если нет, невозможно. О, подождите, у тебя политики нету, да? У меня есть increase stability. Ну тогда включай, сиди. Ну, в смысле, она у меня давно включена, она и нихуя. Так, сука, у меня наследника нет. Так ты не воюй ни в кем. Так я не воюю. Ну, у тебя же много прав. Не-не, Берг, у тебя было много проф с огоньком, сейчас уже много проф с молоточком. У тебя нормально. Пробуй нормальными стан, потом будешь нормально ебашить. Потом стаб поднимется. Ну да, это, они просто хардкор ввели, которого не было. Да, точнее он был бы или поломан. Кстати, как так получилось, что... Не забывай, пожалуйста, в стране. Хорошо. Чего у тебя, блядь, заповедник старых традиций? Чего у тебя ромовы живут? Хуй с ним, с православным языком. Блядь, я здесь сделаю что-то с вами, блядь, интернетом. Блядь, смотри, я не знаю, что с ним, отъебись. У тебя такие же проблемы были, иди нахуй. Византия, кстати, я так понял. Блять, это первый раз такое идет говно. Я по часто такая хуйня. Там была такая тема, что он еще ивентами приходит повышение этой стабильности в провах. Может, ты не то щелкаешь там что, нет? Ну там ивентами бывает иногда. Но ивентами там в Корее внишение в табы в провах или бабки платишь. Ну как обычно. Блять, король умер. Повышение с табы в провах ивентами. Да здравствуй, это король. Ивентом накинули. Ну да, блять. Во время войны сдох король. Охуенно. Ну это минус в табы. Да, я заметил. Блять, пацаны, как нахуй мне в феодалочку перекатиться? Нахуй. Игорян, ты скорость не... Я прощаю. А какой, да, ну я ж воюю. Так ты так феодальная монархия. Да. Чего говоришь, Сигаптрион? Ты же так феодальная монархия, не? А я говорю административную монархию. А, ну хуй знает, никак, наверное. Пипец, сейчас табы минус. Но я не могу, например, перекатиться. Слушайте, когда ты... Ренессанс Сити делаешь, у тебя форма управления меняется на Ренессанс Монарх. О, путешествующий мини-трейл, преферна стаба, отлично. Чего говорите, пацаны? У меня тоже какая-то хуйня была там со средним. Ну, блядь, да. Хорош, что там Ев говорил-то? Я ничего не говорил. Если бы, знаете, у меня большинство генералов, говорю, у них довольно низкий шок на высокий огонь. Ренессанс проведешь, то у тебя монархия сменится на ренессанс монархии. То есть надо ренессанс столицы Рошенко прохать? Да, 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 надо, чтобы он прошел. Ну, это, я думаю, для уникальных форм управления это вообще похуй. Ну не знаю, может быть. Нет, а я же не слетел, я когда на свой уникальный сижу, там пиздец, там трэш такой. У меня очки монарха минус 16 тысяч почти. Что? Это потому что ты просто стабу, потому что ты это на импрув стабу делаешь. Когда импрув стабу идет, очки монарха не растут. На, нет, все больше. Рулер капасити поинт, у тебя минус 16 тысяч. Ну да, почти. Минус 15 830. Ну это что-то у него глюкнуло, на самом деле, фиксить надо. Так, по-моему, быть не должно. А, чуть-чуть. Сейчас я гляну, сколько у меня. Все, пацаны, я провел вот ренессанс столицы. На самом деле, это просто у тебя будут архитектурные события. Да. У тебя пока модернайзинг, у тебя только начался ренессанс, они еще будут строить собор там. Да я говорю, я уже лет 67. Не собор, скорее дворец какой-нибудь. Собор, там не дворец именно. Нет, там вариантов много. Там этих событий на модернизацию столицы полно. Сначала будет ренессанс, потом барокко, потом рококо. Где эти у вас? Откуда? Какие у вас эти ивенты? Ко-ко-ко, блядь. О, в решеньках, дед, смотри. У меня нет нихуя. Там должно быть. А у меня нет нихуя. Там минус бабки, минус... Не, ну если у Польши есть, то у тебя тоже должно быть. У меня нихуя нет. Я тоже согласен, что у меня глюкнуло. Кстати, очки уменьшаются, да, продолжают. У тебя, может, модификаторы... Нет, кстати, нет, у меня, кстати, скоро стабильность вырастет. Круто. Культурный спред шоу.
Мой господин. Господин. Так, ну когда у меня уже 400 дней еще вот Прутине вавор будет строиться, офигеть. 400 дней Содома. Да, восстания продолжаются. Да, тоже эти бабахают антиправительственные. Антиправительственные ребята. Так, Хольфтон у нас сколько там? А мы продолжаем открывать Сибирию. Главное, сел и сразу же война. Где моя Библия? Где моя Библия? Зачем тебе Библия? Все на латыни, все нормальные люди, не уебывайся. Ни денег. Равдан правительный голос со стороны. Нас меньшинство определенно. Да. Но гущиты не обратили внимания. Приехали, блядь. Империал, сука. Империал, сука? Империал, сука. Это вообще империал. Как нормальный империал гарден принять? Ну чё, давай, прессуй, Горян. Горян, давай. Юра, Юра, не надо, Юра, отставить. Да, это добрый ролик был. Мы его уже установили. Кстати, тоже прикол. Инфляция каждый год должна уменьшаться на 0,04, а она повышается. А, и... это перезаемов сейчас, скорее всего. Fuck you, that's why. Здесь, да, здесь возможно. Ну, смотри, если инфляция не так много, инфляция она и доход повышает. Так, история... Так, смотри, Франция, давай с тобой замирюсь, ты же этот, все равно не лидер. Чтобы они к тебе не бегали. Пленки к тебе бегают. Блять, язи. Что у меня там? Язи, хуязи. Идите нахуй, бляди, грязные. Грязные шлюхи. Грязные бляди, нахуй. Чистые шлюхи. Бля, 32 тысячи португальских петушков, болгарских петушков. Болгарских петушка. Ну да, они хардкор, конечно, ввели херово. Но я, в принципе, его вообще бы не заметил, если бы не шрал бы сейчас, как проклятый, эту Баварию. Ты бы его заметил, на первой рассе, когда ты две пробы бы скал, бы там бы восстал десятку. Мы бы все бы охуели дружно, блядь, и ели бы по одной прове, блядь, так. Ну да, да. Я знаю, как теперь, короче, буду имперский авторитет растить. Так, тренируем. Смотрите на карту Империи. Короче, смотрите на карту Империи. Ебать, они куда-то исчезли, блядь. Чё, карта Империи? Только что были петушки и исчезли. Вообще исчезли. Ты там что, вводишь всякое в Империю, да? Да. Да, я ввожу всякое в Империю. Веди Византию в Империю. Веди Империю в Империю. Какие-то любите какие-то имперские игры. У нас еще есть империя в империи, потому что германская империя у нас. Кстати, да. Нет, ну будет две империи в империи, чё ты? Боишься? Потому что это ведь нормально, когда Аркдюк является сюзереном императоров. Нет, слушай, а ты сможешь меня ввести? А, нет, я только то, что свое могу вводить. Боюсь, кое-что в кого-то другое будет вводить. Мне почему-то у всех моих правителей, блядь, какой-то оскорбительно низкий военный скилл. Я прям даже не знаю, что делать. Босния, когда я Боснию аннексирую? Так, ведь у Боснии вообще стейдж 3. В этих стейдж 1. Если даже смотреть не буду. У меня, кстати, Кёльн, Гольштейн и Вюрцбург довольно вкоро будут, а Триер не вкоро. Ларс? То есть ты вассал присоединишь? Ну, кстати, между прочим, фон Триер, ты он же, сука, аристократ какой-то. Причем такой не последний. Да, я фамилию смотрю и думаю, блин, наверное, он аристократ. Ну да, я про это и говорю. Что он... Так, а в РФ и там что? Пётр Первый Рюрикович. Смешно. Сим, давно у деда уже этот Петр Первый.
Ну, кстати, ему еще 36 лет. Нормально. У меня прыгки были. Позже Стефан фон Габбург, отлично. Прямо-таки Стефан. Ладно, Милан, тут кое-кто сидел. Вот чувствую, сейчас у меня стапка совсем в минусах. Блядь, во Франции все еще капеты. Это чувство, блядь, когда 1941 год, во Франции капеты. В Англии вообще какие-то нонеймы, как и у меня, впрочем. У тебя это те, кто были до Гогенцоллеров. Углищи. А, подожди, Углич. Стоп. Какая у тебя династия? Углич. Да. Или нет, хуй знает. А династия менялась когда-нибудь? А менялась один раз, у меня аристократический переворот был. У меня там были какие-то парни, да, которых я слышал. Значит, нонеймы. Берем китайские ирландцы, сидят что-то. Вот мне нравится, как называется династия в двух Сицилиях. Кровь. Была? За кровь. Сангро? Да. Сангро кровь по-итальянски? Вроде да. По-испански. Сангре тоже кровь. А ты кто знаешь? Капитан Миланис, смотрел вино же это Сангрия называется. У нас же Язи, блядь, испано-ёб, он же в курсе. Я не в курсе, он, блядь, цыган, потому что. Цыган в штанах, блядина грязная. Кстати, вот эта династия, да, Холберг, это, по-моему, какая-то валийская династия. Если просто читал Капитана Блада, все, то есть там он же Блад кровь. Его по-испански там капитан Сангре называли, что-то такое. Ну, запомнилось. Ну, если цыган, это да, это довольно годная шутка, она аутфашная. Это шутки, наверное, уже лет 6, не меньше. Это как хуебланка, это типа из этого как бы уровня. Не, ну хуебланка еще молодая. Так же, как и богемия. Я не помню, у Яди, когда первый раз цыганом назвали, он бомбанул, он там рычквитнул, что ли, откуда-то, не помнишь, что? А, даже вот. Так было? Угу. А, вот что. Это у вас какие-то, блядь, совсем... Я тебе просто свою сущность не хочешь признавать. Сущность. Ха-ха-ха. Отличная штука. Интересно, у Рашки, вот я все жду, когда у меня будет Imperial Maintenance 3, и тогда чувствую, я совсем взвою. Мне ты бы... уже сможешь тогда поражать Imperial Government. Мне бы ваши проблемы. Нет, там есть одни модифери, которые все равно будут даже... А, это самое, шить, а сколько у тебя боевтаков общий? Мне меньше будет, чем в Германии. 220. Ебать, в Тамбове 28. 220? У меня уже 271. Это я еще тут без 4-х поставил. Да, Германия... О, стабильность выросла, да, черт возьми. Поздравляю. Даша у дегенеративной хабборгской монархии растет, офигеть. У меня она не такая уж дегенеративная, знаешь ли. Как-то странно сделали, честно говоря. Стабильность падает за один вид. Заметьте, в двух странах с Габсбургами стабильность низкая. Польша и Австрия. Дегенеративная монархия, я же говорю. Слушай, на себя посмотри, ага, за нас стабильность. Я более стабильный, чем ты, Углич. Углич. Вот на пятый слот, что мне взять? Я себе на пятый слот торговую взял, где? У меня уже есть торговая. У меня на пятый слот военка вторая. У меня две военки. Вы отсталые, даже у Минга пятый слот был взят, когда я сел на него. У меня... Три военки. На шестой флот я, наверное, возьму военку. Я не знаю, quality date, прибыв возьму. Ну, за шведян, наверное, да. Я себе quality взял. Ну, шведян-то это не знаю, шведян может реально народных хватает. Ты крестьян принял, да, этих револтеров? Я сейчас могу прожать с continue centralization, но у меня будет охуительный модификатор. Да у шведян тут мало вообще народа. Минус 4% продакшена. Минус 20% налогов. Там смотришь, домик построить, там прибавляет 3-4. Это что за централизация? Я взял. Я при этом хер знает, что это централизация дает. Централизация уровня МСК просто какая-то. Не, там, конечно, смотри, там написано типа local tax плюс 20, а national tax минус 20. Но где этот local повышается, непонятно. Общий tax падает просто. Local taxes это наверное, на каждую провинцию. Ну и так, они и так везде все вешаются на каждую провинцию, national. Короче, хуй знает. Берем, ты колонишь уже или не колонишь?
Кстати, мы, по идее, должны уже скоро начать видеть Америку. Стабилити. Они уже давно видят ее. Стабилити. Не, ну а мы, как европейцы, то есть там протекание же знаний есть. Например, вот я почему-то Индию вижу уже довольно неплохо. Ну как неплохо? Западное побережье Индии, по крайней мере, вижу. Да. Ну, я тоже не вижу. Этот, они, кстати, убрали за идеи, да, эти бонусы? Да, очень снизили. Кстати, подожди, Беркут, а ты воюешь? Нет. Потому что политика роста стабильности работает только когда нет войны. Нет, я давно не воюю. Я не могу добраться до Караканлу, это скотина воюет. Что мне делать? То есть из военных идей стоит только квалити или квантити выбрать? Блин, где моя Библия? Где моя чертова Библия? У меня всего, вообще, у меня всего лишь... Так, минус... я могу тебе подсказать, не знаю, стоит, нет? Минус 200, ну, минус 205. Зайди в решеньки. Всего лишь. Да, так теперь решеньку нужно делать это, испечатать. Ну вы поняли. Ой, часто у великих персон там просто решенька активируется, когда ты берешь ее. Если, что, конечно, у тебя Гутенберг еще не умер. Не умер, а что им будет-то? Ну, там решенька... Так это не важно, на самом деле. Нет, решеньки там, достаточно, там достаточно... То есть у меня есть, например, идея, когда нужен теолог третий. Я тогда смогу прожить. Это другое. Дело о другом, и нет, когда я прогонял на второй версии, там был ивент. Именно, что... ООО Вав Гутенберг напечатал, значит, Библию. Радуйтесь. Смотри, кстати, из Ганзейской лиги осталось только одна Норвегия и Скания. Довольно печально. Что Балтийская торговля умерла, по-моему. Какое регенство? Ебануться, сука, блядь, пидоры, нахуй. А чё, Бургундия ещё жива? Она вассал. Нет, я её убрал. Она предлагает что-то союз. Ну, если хочешь сам повоевать, то пожалуйста. Да, ну нафиг. Проклятый костелей меня, дипломатик инсультки. Ну, там ивент должен быть. Ну, ща посмотрим файл, все. Что не посмотреть-то. Так, ну что? Там это было, Вев. Поехали допилить. Ивент. 53, охуеть, они что там, блядь, плодят, что ли, блядь, там, блядь, ебутся, блядь, на полях. Гритмен, ТСТ. А чё этот ролик на пасти поинтс вообще не растет? Милан, нам нужно с тобой отношения повысить. Да я, у нас агрессия, у меня агрессия в экспансии большая. Ну, вообще, кинь мне этого. Да и там не будет повышаться, у нас и так под лимит. Будут. А, враг. Ну, мне сейчас я тогда тоже свой кину. Мне просто с тобой тоже нужно сотню поднять. А сколько это модернизация примерно идет? Вот долго. А чё с модернизацией? Столица, что ли? Все они говорят. Долго. Дам пару лет. Какой лет? Неправда. Ну не знаю, я как-то, меня довольно быстро Венус строили. Там тратишь бабки. Там, наверное, по рандому, мне кажется. А, вот я говорю, у меня уже лет 70 на. Джо, у тебя аристократы сильные? У меня? А как смотреть? У меня я все время их сбиваю. А чем ты их сбиваешь? Там кстати, у тебя такие же фракции? Только-только политику снял стабильности, и пожалуйста. Монарх умер. Это как он? А что надо, кого, гильдии качать, что ли? Нет, ну там, по-моему... Ну, ладно, я не уверен, сначала так. Посмотрю. Чё? По-моему, нужны слабые аристократы. Обычные феодальные, да? Чего у меня? Фракции. Фракций у меня никаких нет. Вообще да, никаких нет? Да, нет, только феодалов. У меня фракций нет, у меня же говорю, у меня Германская империя. В империи нет фракций, да. У меня почему? Есть фракции. У меня есть в Российской фракции. Империи есть фракции. Ну просто Российская империя, там дальше еще одна ветка. В принципе, тоже империи нет, нету фракции. У меня а есть. Уральская империя, там дальше еще одна ветка модернизации будет. Какая? Ну типа до модерновой Russian империи прокачаться. Так, 60 месяцев МТТХ. Это чувство, когда у меня нулевая толерантность к еретикам и к язычникам. И седьмая толерантность к евреям. Что с тебя взять? Да. Ну, кстати, в ЦРЛ, государство Израиль, толерантность к язычникам, по-моему, больше, чем толерантность к еретикам. Учитывая, что всякие там муслимы легальный статус имеют, как религия в Израиле, а другие ветки иудаизма нихуя не имеют. Почему? Ну, вот так вот.
А у вас какие, а какие там другие ветки вообще у вас есть? Там это есть любавнические или какие? Реформистские и этот. Из этих, из мусульман самые крутые это эти, ибадисты. А эти реформисты, которые хотят уничтожить государство Израиля, потому что не пришел пророк еще, да, типа? Нет, нам, короче, там долгая, короче, история. Они наоборот, вот тот, тот иудаизм, который в Израиле, он наоборот сам хардкорный. А вот менее такие... Пиздец. Более гибкие. National level stability. Да, пожалуйста. Вот, вот что вот за хуйня? Вот был минус нахуй 10, да, погоди, стал минус 105. Так у тебя страна в руинах. Как Украина сейчас. А Джокер, кстати, у меня минус 204. Ирема, прими, пожалуйста. Джокер, а ты там не превысил число? Минус 17 тысяч рулер капасит. Да, когда ты заборов превышаешь, чего вы там не советуете? Беркут. Стабильность меньше была, чем сейчас? Или больше? Нет, потерь, я по 15 сотых где-то повышается в год. Всего? Да. Че говорите там? Это бред. Это полный бред. Число провинций, говорю, ты не превысил? Да как у него может быть превышен, когда он ничего не хапал? Да у него, блядь, у Польши? Польши ничего нет. Да. Ты видел, сколько у него проф, у него подстойп, ты проф, наверное, не бежит, может, подстойп. И у него не было никаких проблем. Чё можно в Болгарии отнять, я вот думаю. Все. Количество проф. Давай, хавай. Я поэтому Абросинскую республику не принимал, потом пукан разорвется. А где максимальное количество проф? Надо в табличке смотреть на сайте, я смотрел. Я взял неванское управление и развалился за нее в сингле, потому что она для малого количества проф очень. Так это в National Statistic тоже же показано. Да. Не знаю, что. Ну, кстати, читали описание нет, вот разных этих? Не показано, да? В Драфт армии. Ну вот тут это. Детская это гибельщина. Где? А, там где за идею? Да, там пиздец какой-то просто. Мы, блядь, будем промывать мозги населения, чтобы они боялись всего и ненавидели всех, и тогда они будут идти в нашу армию, ёб твою мать. Да. Нормально. В Израиле не так разве? Ну чё, блядь, может Украину тогда выделить, блядь, вассалов? Не, ну серьёзно, если такая... Давай, и Порошенко ставь. Джокер, изучай в административных технологиях империю. Имперские технологии. Чего? А где там эта херня? Нету, они потом понятны. Они ещё недоступны. Research Imperial Administration 1. Да, 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 есть такая тема, да. Это где? Это как пушки, как стрелков, это последние идеи майнинг. Доступны. Есть такая тема, только, да. Блядь, эти очки у меня не растут. Три последние идеи будут доступны 28-м левеле. Подожди, а у меня вообще нет. Подожди. Теперь жор, значит, ребята, блядь, дохуя нажрали. Подожди, где это? Игорь, подожди, стоп, а ты не дохуя нажрал, да? Для Милана. У меня прев проф меньше, чем у вас, раз в полтора. Кстати, да, у Милана так, за Италию легко играть в этом моде, потому что Италия жирная, стабильная и сравнительно компактная. У него доход, блядь, первый в мире. Игорь, извини, мамилюки пожрали, по-твоему? Я так же развалил. Мамилюки не знаю, почему развалились. Ну, короче, самолитами творится, ты понимаешь? Я в мамилюке, я понял, почему. Там это вот эта форма правления, вот эта вот ихта, она, блядь, просто ебланская. Там, видимо, я сейчас не ихта, у меня сейчас степные эти идиоты. У меня в принципе нет у меня нет админковских. У меня есть майнинг 2 и тимбер 2, и все, типа, больше нет никаких админковских. На меня комп нападает, у меня снова хуйня. Она потом будет, у меня потом тоже была эта хуйня. Она не сразу. Тут, видите, тут нельзя сильно пережирать. Значит, ну просто по времени ограничить. Блять, нихуя я кого-то пис уже. Я воюю, вот сейчас бесконечно, у меня опять стабильность минус один. Бесконечно воюет. It's only war in dark future. In dark past of 15th century. From my heart. Грузия. Не знаю, а это как, стабильность? Можешь по пизде пойти? Почему Сан-Марин не империя? Кстати... У меня монарх умер. Милан, я бы тебе буду признателен, если ты будешь вводить проф в империю. Вот сейчас ты вышел за границы империи, поэтому обязательно ты будешь их вводить в империю. Как, где вводить, как вести? А это кликаешь на проф, и там такой орел нарисован. Вот у меня империал мейтенанс номер один выпало. Не, а, ну поздравляю. Так это херовый модификатор. Ну, первый раз. А его типа потом уже снять, что ли, будет? Нет, но у меня до этого не было, у меня был до этого проф. Ну вот, у меня просто второй уже висит, как бы. Где орел нарисован? А я не империя же могу водить, наверное, не знаю. Нет, ну, подожди, ты можешь стучать, ты в империи. Слушай, дед. Значит, можешь водить провинцию. Займи мне 400 монет, пожалуйста. А, вот так. На сколько?
Ну, рассчит поставлен, а появится. Хотя бы как это. Да, да, да. Я тебе психатку отдам. Нужно отношение. Я понял. А как можно простимулировать подъем? У меня агрессив экспаншн. Он тебя, видишь, у меня агрессив экспаншн скидывает 200. Это нужен. А мне плюс 3 в год. Джок, давай на 20. Блядь, хватит жрать, сука. Чего? Блядь, ну я что, смотришь на них тоже? Хотя, ну то есть, если не поднимешь, то хотя бы до 70-го, до 74-го года. Ну давай, давай. В принципе, 20 лет, то тебе уж точно. Давай, сейчас не буду жрать. Скорость третью. Ща. Да это пиздец. Баны, война. А что, Джок, у тебя деньги в минус, что ли, пошли? Я не могу добраться. Я там займы взял на модернизацию. Там... Займы на модернизацию, что? Ну, не на модернизацию, но и ренессанс. А там, типа, много денег стоит, что ли? У меня вообще просто нет такого решения. Ну, потому что... Ладно, точно. Ну, хотя Джокер тоже. Ну, да, блин, кстати, а в России есть какой-нибудь decision, там, пригласить итальянских мастеров построить крем? Нет, нету, нет, у меня нету. У меня до сих пор Рублёв не случился. Ну, такой ну все, не будет Рублёва. Ну, это пушка. Рублёв дает там совершенно безумные бонусы. Ну, значит, и не будет безумных бонусов. Ну, не прокнуло это. Хуёво. О, Корт Пейнтер, отлично. Это хорошо. Это нужно, да. Стабу дал, да? Так, модифер или стабу? Я стабу взял. Ну, там, кстати, меня... он стабу не повышает, потому что это стабу, короче, столица и национальный стабилити левел. То есть у меня чуть быстрее будет. Любая стаба это плюс. Да. У меня сейчас плюс один стабы, например. Я менее нестабильный, чем всякие империи в империи. У меня было вначале плюс один, сейчас уже минус один. Пиздец, блядь, с танком отношение минус 339, блядь, за... О, опа, раздел, да? Только чтобы... Ну, надо же, блядь. Это... Что за раздел? Вы посмотрите на эту Бургундию, то есть Странс, он жив. А, кстати, кстати, был, кстати, 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 кстати... И чё? Кому что-нибудь такое, нет? Надо было с ними этот брак заключать. И никому ничего не отошло. Франция там вас сделает, да, сразу? Франции ничего не достанется, стрелил. Потому что она воюет с ними. Угу. Достанется так, императору, либо стране соседу, либо стране, у которой один брак. Императору достанется. Не, мне Камбрей достанется, потому что он в империи, и все. Камбрей тебе достанется, да? Окей. Ну я заключил, посмотрим, может что отвалится. Мало ли, плюс. Не, там на самом деле очередность, в том числе Испания, она по очередности тоже участвует, ну где-то на последних местах. Ну охуительно, либо, блядь, 247 дукатов с меня стребовали сейчас. Вот, опять начали антиговерменты, блядь, ну что, я ничего не воевал, блядь, я ничего не брал, почему они восстали? Ну вон, Хаби отошла земля, Франш Канте и какая-то... Да. Ох, лол. Камбрей, французы, тебе продам Франш Камбрей, если это, если на этом все закончится. Ты заживешь меня в Германии. Ну, возможно. Лучше бы Нидером продал. Ну, я привлекаю сразу хорошие отношения сохранить. Блять, еще минус стаба. Нидеры полца, императора чуть короны не лишили. Что? Там бейстакс один. Ну везде бейстакс один, во всех этих землях, так что. Эти четыре шканте отошло, да? Там в конце там просто коровы, которые мне нужны. Прикольно, и это, ну, это на моей границе. После этого Камбре мне особо не нужен, так что... Ну, Франция чуть лучше. Смотри, ты хочешь только одну мне дать? Ну, да. Но нет. Бесплатно. Так, не... Так, а чё я не могу присоединить на рейде? Так, Иландия. Так, а мне же лучше воевать, да, пока этот стабильность национальная, да, не повысится? Стабильность? Джокер. А, то есть это, короче, еще лет 100, наверное. 200. Блин. Вот. Блять, у меня к налогу минус 71%. У меня с налогов 4 дуката собирается. Блять, минус 10, 5 дукатов, успокойся. То есть у меня 70% налогов проем. На минус 13% налоги, ты нормально. Так, 200 дипломатического, вот, чёрт, я не могу. Блять, можешь попробовать этих петушков, которые откололись, завассалить дипломатически? Попробуем. А если они тебя не ненавидят? Ну, опять! Нет, не ненавидят, кстати.
Но если там галочка у тебя стоит, что можно это да, сделать. Да, 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 естественно, Джо. Тогда давай. А что? Ну там этот, у меня максимум два вассала, короче, можно держать без этих. Ну, тебе же продать их могу, мы же ревелы. Че это за идиотизм, блядь? Тут же напали инджусы на меня, блядь. Киллами. Это страдание, этот мод, он страдает, да. Понимаете? Это как я магма, да, все страдают просто. Не держи, держи камбре, мне не нужен. Да, да, все страдают, кроме Игоря и танка, и поля. Блять, между прочим, меня страдание спасал там два раза Австрия. Танк страдает. Меня выпиливали в ноль, так же как танка. Просто меня спасла Австрия. Два раза. Или один раз. Меня никто не спасал, меня просто выпиливали в ноль. Я один раз спасла Австрия, но потом тебя два раза выпилили. Блять, пиздец. Меня включали, я вылетал, как бы, тоже, как бы... Солдаты 8 тысяч нагнули тридцатку, конечно. А, ну то есть даже так, да? Да. Да, где моя Библия? Сука. Нет, сука, уже. Сука, где Библия, да? Библия. Так, ну хоть рассчитался с долгами, блять. Нет, ста. Сколько инфляции? 6. Не, у меня 12 было, когда я рассчитал. Можно, а кстати, этот, народ, для стабильности что, эти храмы строить, да, надо? Да хуй знает. Да хуй знает. Согласен. Да хуй знает. По-моему, храмы как-нибудь для стабильности помогут. Ну, по идее, должны они. Там крещение, мне кажется, первое, это вера, самый верхний, это карт-хаус. Эти гренери. О! Но они, кстати, когда строишь этот гренери, там ивенты хуёвые выскакиваешь. Грегор, поможешь мне? Что такое? Ну он в Франском тоже брать хочет, но да, Гренери так везде есть. Да не, он заберет тут не вариант. Тут, как, так не крути. Ну, я сразу хочу вказать, что если Польша влезет на чьей стороне, я влево против Польши. Опа, 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 опа. Ну у нас двадцатка же, блядь. У нас двадцатка, ну... А, та... ну отлично, короче. У нас такая двадцаточка, да? Ну погоди, нет, шо, смотри. Мы можем с тобой не воевать, можем с тобой не воевать. А обраточку такую включил, ебать, танк сразу же. Задний привод, задний привод. Ну я против того, чтобы ты сейчас по гаптеру помогал. Танк, Польша уже воюет. Уже воюете, да? Да. Она белый мир кинул. Да? Надо было не так, надо было кинуть. Не-не-не-не-не-не, ну не так нет. Ну вот и всё. Надо было не так, надо просто танк, я это тоже учту на будущее. А тут танк надо было сразу нападать. Нет, ну я просто реально, я против, я бы не напал. В обход двадцатки я не нападаю никогда. Да? Ты только сказал уже. Ну, нет. Факт нападения был? Нет. Так что иди-ка ты нафиг со своими обвинениями. Не, меня реально просто вычаровывает политика Фагаптера. Ну реально уже всё. Я все понял. А где Тайс, как тебе разочаровывает? Сейчас я тебя чем разочаровываю. А Фады, говорю, остался Фагаптер еще в того момента. Чем тебя поздравить? Я на тебя нападать не буду, но вот... То, что Франция ни разу ко мне плохо не относилась, в отличие от... Этот соседский бонус к теху, к этому, к трейду, 50% бонус. Молодец. Не, ну на самом деле мне воевать вообще не в руки, ФК. Страна в руинах. Ты у тебя в руинах. Тебя в руинах. У меня в руинах. Мне ебать, у Милан 78 НК. Мне бы такие руины. Да не время к НКам, откуда такие вы цифры берете? Это НКам Милана, просто. Я вообще как-то пытаюсь как-то по крупицам собирать, что есть. Ну, Ерём, я вообще могу одолжить, но ты вернешь? Зачем такой что? Гамбург должен погонять или что-то? Нет, он денег. Нет, я еще в десятке. Я еще в десятке по доходу остался, офигеть. Я даже ну, выше окей, костей Ерём, по доходу. Ну окей, Ерём, я тебе помогу, Ерём. Я надеюсь, что ты туда будешь. И не будешь как Фагаптер потом, мне не придёт. А, меня еще и отлучили, ну. Зачем ты спал? У меня денег нет, у меня 141 монета, ребят. Ты чего так керли? Вообще ты. Австрия! Один только начали налаживаться. Да, что это за ивент? Стабили тебе хуйня какая-то и прощай стабильно. Пиздец. Кстати, там пример сила одинаковая. Ебануться. В войне. Тут не знаю, там Сагаптер, чё армия хуже. Идите нахуй, блять, вы заебали. Я уточнить хотел, кому-нибудь фак здесь нужен? Shit, блять! Fuck this motherfucking shit! Эти православные, идите нахуй. Что? Что?
Ай, братуха, ай, братуха. А, на сапоге, на сапоге вырезал, да? А кто-то в православии, божественно. Из него отлучение сделал. Австрия, красавчик, брат. А как это она? Давайте, я тоже для отлучения. Ай, братуха, брат. Братан, как он это сделал? А как он это сделал? Когда отлучает, может, у меня два раза выскакивал. Слушайте, а у него все промо-автоматом братанов сконвертнулись. Да. Потом этот, помните, кто играл там? Этот Рим захватил кто-то из протестантов, Дейл писал совместно с чем-то эту католических королей. Теперь мы будем православных королей петиции. Ну пушка. Я проиграл, потому что мне все провы конвертнулись. Это вообще как, законно? Это ивент такой, да. Люди решили, что пошли они нахуй, эти пидоры, блядь. Да, да. Мне два раза такое было. Тебя изгоняют, тебя отлучают. Референдум. Подожди, а что можно перекинуться из этого, из ортодоксов? Можешь им перекинуться? Ай, православие. Вот, Игорь, ты понимаешь, что ты зря не принял добрую сторону? Блин, мне Рим нужно было хавать, а Рим... Ай, хорошо, что ты мне все долги вернул, так бы я сейчас простил их тебя. Дед, прощатель. Не, ну а чё своим-то братюням-то православным? Русский мир, да. Конечно, да, русский мир. Сейчас смотрите, ортодокс как плавненько, буковка идёт от Австрии. Сейчас надо... Дед, сейчас австрийцы, как новообращенные, должны стать наполовину греками, наполовину русскими. Да. Такие, знаешь, хачи. Да. А, кстати, греки на хачей очень похожи. Они есть хачи? Ну нет, они не хачи. Игорь, ну слышишь, Игорь, ты же был у меня дома, мы же с тобой общались. Я с виду, да. Так, и вот Язя тоже, как со мной общался, ты лично, он знает, кто такие чурки от хачей отличаются. Я знаю, чурки. Ну, я знал это еще до того, как мы с тобой познакомились. Ну, чурки это азиаты, а хачи это как. Нет, подобного. Нет, ты не прав. Хачи это армяне и грузины, ну вот, которые христиане. А чурки это как раз вот эти Чечня, вот эта вся хуйня. Мусульманы. И они мусульмане. Я всегда считал, что чурки это типа равно гуки. Таджики, казахи это желтые. Это новое. Так вообще Кавказ это хачи. Их вообще, по-моему, просто черкесами раньше звали. Черкесами, да, тоже. Потому что есть же черкесы, ну как бы и производные черкесы называют. Французы тут? Да. Громче говори. Так чё, ты согласен просто вечером, что ты мирно разойтись, русские дела? Русский мир, друзья мои. Русский православный мир, хорошо. Да. Нет, не хочет помочь русскому. Ребята, кстати, заметьте, Сагаптор весной перешел в православие. Русская весна. Так подожди, что ты сказал, тебя не слышал? Сказал, я у тебя Сандгау заберу. Я против. Дед, помоги Сагавтору. Танк, спаси Австрию. Убью. На самом деле... Кстати, если тоже бы помогла. Если не, бы... я помог, но у меня выбит МП, как бы. Ну и Франция тут не за. Ну, не Сагавтор, я могу прийти, но... Нет, ладно, я нейтральным остаюсь, нейтральным. Так толку-то, потому что... Всё, Джокер, влезай в войну, можешь. Можешь, Джокер, пускай влезает, я там... А всё, у меня перемирие. У меня три года ждать, короче. У меня, во-первых, перемирие, во-вторых, я тебя там понял, и всё нормально. Чё ты меня понял? Всё нормально. Сагавтор, могу денег дать? Ну мне опять это поможет, конечно. Ну ладно. Не, что, я просто тебя пофаюсь, говорю. Я тебе просто говорю. Вообще, на самом деле, это не в первый раз уже такая хуйня у тебя. Потому что фашист. Прошлой партии у тебя такая же двадцаточка была. Нет, просто фашист. Так что все. Фашист. Ты чертов фашист. Можешь он сам... Там тебя слышишь, дед? Чё? Это не поможет, да. Можешь послать мне денег. Окей, хорошо. Я просто прекрасно помню, как ты же ко мне относился много раз. Ну, я у не кого знаю, что нормально все разграничено, я тебе в гермашке не мешал. У меня. Славным братьям от души, держи, братишка. Как и я тебя. Ну, убьёк ты, Оспель де Маригона, блядь. Заебись. Госпиталь, нахуй. Русские братья шлют братьям из Австрии деньги на оборону. А то есть византийским братьям не надо, да? Не, ну а мне так с Польшей даже брать нечего. Византийским братьям денег. Что-то на границе с Польшей тебе нищие, блядь. Братьям нужны армии, нужны солдаты.
Так ты же не воюешь ни с кем. Он собственным народом воюет. Ну, да. Слушай, я просто к тебе не пройду сейчас, ну, не через кого. Ну ладно, я надеюсь, это скоро... Не, я могу тебе, в принципе, пятнашку пригнать. Да на не, корабли. Не, пока тьфу-тьфу-тьфу не надо. А у меня нет выхода к морю пока, Джок. Ну ты в Балтике сажаешься. Как Бог восстанавливается, пиздец, су, нахуй. Россия пока полностью отказалась от флота. Так что там, война Франции, Австрии реально идет? Ребята, у меня руки. Видимо, да. У меня очки монарха минус 17 тысяч. Что? Минус 17 тысяч очки монарха. Ну, монарх сменится, будет нормально. А, не, это не... Оно не исчезнет. Да? Ну, значит, будет у тебя нарисовано потом в следующей сессии. Спасибо. Другие очки будут. И нашел... А, кстати, Игорек, а это ЗАР стабильность нарисуешь, если я напишу? О, тебе нарисую, если не напишу. Стабильность... Самая популярная, да, плюшка. Да, блять, у меня... Она все равно упадет у тебя, Берг, если даже нарисовать. А, из-за минус очков, да? Да. Ну, из-за не, очков. Не, обнуляются очки после каждого... А, хотя, ну, да. Если нарисовать именно так, в жесткую, в сейве, то да. По поинтам она обнулится. Но у меня сейчас просто... Вот, у меня вот стаб упал, у меня сейчас минус 5 очков, они потихонечку стабилизируются. Кстати, я заметил, знаете что, ну, по крайней мере, это было до патча мода вчера, когда берешь советника на эти, на улучшение отношений на 30%, это, короче, нихуя не помогает. Улучшение, там, отношения также улучшаются, как и было. Да? Да. Ну, по крайней мере, это было вчера. Может быть, они поправили, блядь. Да, я тоже чувствую, пережирать уже как бы уже сильно вот так нельзя, потому что... Не, у меня 16 хайлен стейбл. Не, вот я хочу сказать, я выпил уже грамм 300 вискаря, и как-то жизнь в Византии стала повеселее. Ну, короче, как Эрел, император сидит пьявший во дворце, там, остальные войти, там, угар в доме. Все, пацаны, все нормально будет. Танк, османы запилены, император расслабился, да? Пара минуров отвалилась, ну и хуй с ними. Блин, поставьте на паузу, пожалуйста. Пожалуйста. Не развалилось. Поставь, если там польская армия давит русских нет. Патриотов. Слышишь, парни, поставьте на паузу. Рэк, так что, ты мне поможешь? Че, когда перемирие закончится? У меня же перемирие, ты че? Ну, когда закончится? Я просто подожди. Ну, у меня альянс Франция, это уже как бы... Сагаптор оказался не таким узкожопом, как Игорь. Он принял правильную веру. Да. У меня просто Рим, я не смогу до Рима покрестить, понимаешь? Ну, надо было тебя сожрать. Игорь, советник, решение ты бы смог покрестить. Да, минус 8 в Риме. Пауз. Я не вылетел, да? Советник? Пауза стоит. Ну, сейчас жди. Такая-то гуситская клякса посреди Европы. Ну, может, потом еще раз перекрестим. Мне тут еще... А, Жидов отстал. У него отстал был. Все, догнал. Все, догнал. Давайте. Ну, блин, я ничего не могу делать. Что? Ну, ты пауза стоял. Ну, поставь, бень, кинь, белый мир в Австрии. Ну, поставьте паузу. Так она стоит пауза. Заметьте, как Жид боится отвечать на вопрос, это кто? Это Жид. А что, у меня Жид. 128 уже до. 28 все. Да, у меня 29. У меня тоже 29. Да блин, ну, у меня 25. Ну, если наводишь, он там 28 пишет. Да, если наводишь, 28 пишется. Угу. Не, ну давайте рехостом мы берем. Ну это, видимо, потому что есть нулевое число месяца, вероятнее всего, здесь. Да. Да, 29, так у меня тоже 29. Ну да, первый день просто он... У Жидов 28. Угу. Там это что-то из-за коннекта, наверное. А у меня, кстати, вопрос. А колонии только пока Франция и Кастилия, да? Англия еще Португалия это колония. Англия еще не колония, но Португалию похуй. Кстати, Меф, тебе уже тоже давно пора начать Португалию пилить. Хотя ты, возможно, так же развалишься, как и я. Ну, во-первых, не надо ее пилить. Дед, твоя пауза стоит, дед. А, снять ее? Все, ладно, снял. А, что, Меф, договаривай. Да вроде идет игра. У меня она в унии. Нет, все. Супер. Ну, Жидов что-то это подлагивает чуть-чуть. Ну, давайте на первый пока пойдем. Что там, вот сейчас уровень вроде идет. Всё. Ладно, пока курить. Ну, Жид, ты в каше, что там у тебя? Да все, вроде норм. Я по миссии, приходит колонец, самые такие самые. Ребята, историческое событие, стабильность +1. Ура!
Слушай, Герпу... Я искренне поздравляю и даже завидую. Сейчас замерь, насколько у тебя будет увеличиваться. Сейчас посмотрю. Я смотрю, у тебя все голуби в этих провинциях. А у меня также минус 204 осталось. Не обнулилась нифига. Странно. Нет, она не... А, у тебя события, может, дали? Да, события, стабилити инкриз. Оно в смысле... О, ребята, стабилити декриз. Обратно? То есть мы вернулись, да. То есть как бы... Чувак, что обрадовался? Да хуй тебе. Хуй тебе на воротник. Вот этот стабилити декриз, это ебанутый ивен, надо его вырезать. У меня он 4 раза выскочил, когда вот. В самом начале сессии, когда война была. Но сейчас войны нету, как бы провинции уже большинство бородочек. Скоро вторую бородочек. Надо было поставить. Как Игорь говорит, да, ну это то есть... Игорян ушел. То есть, короче, мне этот хост должен плюс... Если у нас хост не очень, давайте просто хоста поменяем, чтобы ну скорость повышали хотя бы иногда. Да там дело не в хосте, дело там во всяких язи. Ну хотя бы вторую-то скорость можно иметь? Да он отошел же. Ну вот, а нахера? И вторую, и первую поставили, потому что жидов лагал. Ну, блядь, жидов отлагал и отлагал, все. А он, блядь, взял и ушел курить, не поставив скорость вторую. Красавчик, просто братуха. Нет, ну Джокер же говорил, предлагал до этого, что давайте оставим пока первую скорость. Игорь после этого сказал, я пойду курить. Да по-любому, кроме хоста, кто-то может прибавлять скорость. Я просто стейси мог, например. В вот это не могу. Я прибавил. Слушай, Джокер, можешь не потому что только Кайзер может. Ты и читы вписываешь, да, походу? Русскому императору пока не дали возможности повышать скорость. Танк, ты Иби? Ну почти. Без двух минут. Без двух минут Иби. Мне Иби 2 недели назад звонит, говорит, Беркут, говорит, привет. Но не со своего номера, а с местного, с нашего. Это, говорит, Иби. Я, говорит, в Пятигорске у друга, говорит, давай встретимся. Звонит поздно вечером. Я говорю, сегодня, говорю, или как? Он говорит, нет, типа, давай завтра, говорит, мы уже сегодня... Мы гуляли, типа, там, по городу, устали, давай завтра я тебе позвоню. Я говорю, все хорошо, звони, типа, буду тебя иметь в виду, Сагат, буду ждать. Короче, Иби мне нихуя не позвонил, звонит мне дня через 2, говорит, привет, я в Питере. Я говорю, чувак, я очень рад, что ты в Питере, хули ты мне не позвонил. А я, говорит, поехал на Эльбрус, там очень клево. Я говорю, чувак, я знаю, что там очень клево, ты мне, говорю, не рассказывай. Я говорю, хули ты не позвонил. Ну, извини, типа, там очень клево. Ну, вот в таком духе. Что за хуительная история? Да. Ну это там есть один анальный клоун Фетишков. Питерский. Блин, Сагатор, я подписался, но честно, у меня просто сейчас таба опять ёбнется в никуда. Да нет, там на самом деле можешь пифать, Франция его уделает, в какую там не влезали. Я понимаешь, просто не вписываюсь, потому что у меня начну в войне стабильность будет падать. Ага. Нет. А я не вписываюсь тоже в стабильности на самом деле. Не слышно абсолютно. Так бы на самом деле... Там танкофилы пиздят сейчас. Война, короче, запрещена. Меф, если я сейчас запилю отвалившегося минора однопровного. Не, у Кайзера в парламенте либералы выкатили. У меня снова все хуёво, да, будет? Я не знаю, я тут не очень разобрался в этом. Конечно, у тебя будет хуёво. Ну, давай, помоги. Говорит, как сам пострадавший, да? От... Я потому что долго начал воевать. Сагатор, только не призывай меня сейчас. Кстати, ну, короче, давай так, когда будешь готов? Друзья, товарищи, заметьте, что Синай одной провой стал. Я вот это только что заметил на самом деле. Ванюте, мама, тоже одна прова. А столица Шарм-эль-Шейх. Да. Я не понял, что русские придут, конечно? Да. Ну, давай. Видимо, придут, понимаешь. Слушай, чувак, я пока еще не уверен. Я уже русская, так что русские по-любому придут. Я как Путин, знаешь, я пока выжидаю. Слушай, ты... Ну смотри, себя... пока ты выжидаешь, тут люди умирают. Сейчас подпадутся или себя опустят. Мне вот уже... Мне Максимус сейчас пишет, типа, тебя люди смотрят, а ты сидишь как сыч, а люди погибают. Просто да, дед введи, дед слил, дед ввел. Дед сливай. Дед ввел, дед слил, ну мы поняли. Дед меня даже из Рева в поход дела до сих пор не выкинул, да, дед? А на кого тебя менять, понимаешь? Я могу на Византию поменять. Кого, блядь? Ну меняй на Англию, что ты, братан, блядь? Братан, на православного менять не вариант. Понимаешь, я не могу поменять на... Я могу, конечно, рейх поставить, но, блин. Ну ставь, что тебе, блядь, нахуй.
А ты хочешь союз со мной заключить? Ну да. Сейчас оп, война Византии, да? Ну, я просто как бы это... Ням-ням-ням. Я хотел оставить, чтобы вы двое сидели, и в случае чего я мог, ну как это, чтобы было... Все плохо, понимаешь? Я изначально проигрывающая сторона в этом конфликте. Да я не от себя вообще покурил. Я хотел оставить, чтобы такой у нас был треугольник, чтобы в случае чего мы сидели спокойно. Игорек. Слушай, у меня, короче, фишка. Пришла ивент про стабильность, а потом, короче, ее, короче, нахуй пошло. Опять скинул, слетел, да? Да, да. Надо, короче, выписывать этот ивент, который диспляет стабильность, и все будет хорошо. Кстати, да, он реально хуёвый. Это, блядь, это дисбаланс. А, Рик поставил меня. Ну ладно, тогда я тоже ставлю. Типа, стабильность падает. Слушай, я сейчас пацанам порадовался. О, я Францию могу поставить, заебись. Говорю, поздравьте меня, у меня плюс одна стабильность. И сразу на следующий месяц, блядь, это декрис, блядь, ебучий. А почему у меня не меняется? Не, ну Бергут, у тебя все нормально будет. Смотри, уже везде квайт стабилити, пробок, смотрю. Слушай, ну спасибо, что ты обратил на меня внимание. Почему я не могу поменять правила? Ну не во всех, конечно, но более-менее уже почти во всех. Это из-за лага. Ты в греческих, ты в этих, в ближайших к Константинополю не смотри, ты смотри в дальних. Вот что за пиздец? Вот ничего не делал. Я меняю Польшу и Литуанию на... Сейчас, извините меня, поставлю паузу на секундочку. Вот смотрите, у меня... Экран райвелов, да? Я жму левой клавишей. Отмени вначале отмени Польшу и Литву просто. Слушай, у меня райвелы, мамилюки, Болгария и Сицилия. Все, вижу. Вот ничего не делаешь, а стабильность декрис, сука. О, Фанта. Ебануться, блин. Это Оним сказал? Да. Это Оним сказал. Я тебя понимаю, братан. Это походу восточников так порадовали. Я, кстати, у меня тоже уже закрадываются такие сомнения. Что такое? Что случилось? Там ни хера не выпадает. Потому что у танка там только Бавария горела, а у меня горела вся страна. А как бы у Игоря тоже там одна часть горела. И ну да, на треть горела. Я об этом сейчас не живу, я сейчас жду. У Онима вся страна горела, и у меня вся страна горела. Я сейчас вторая страна. Раза. Я только сел на нее, просто сразу же декрит. Да, Кардинал умер. Ты не воевал. Ты уже умер, как? Чего у меня кардиналы еще вообще в стране? Пацаны, я просто понял. Пацаны, этот мод делали англичане. Отводи войска в свою ебаную вену. Почему Ерема захватил сейчас две пробы? У меня все в порядке. А, все в порядке? Хорошо, я скоро. У меня надо бы на фронте без перемен. Это самое. Лязь, можешь тебя попросить об одной услуге небольшой совсем? Попробуй. Я тебе сейчас хочу отдать провинцию Бремен-Верден. Можешь выделить ее в Вафелмер, в Вафелить. А, у тебя что, тоже этот пришел? И как я это сделаю? Ну, очень просто, я тебе сейчас продаю бесплатно, ты его выделяешь в Афалм, потом в Афалишь, как получится. Сейчас прошу, Ерема, а ты почему не крестишь египтян? Я думаю, Ерема напишет. На самом деле, мне счетчик этот не нравится. Какой счетчик? Ну, счетчик скоро. У тебя не хватает же этого, да? Я понял. Ну, смотри, война Франш-Конте, а Франш-Конте, он... Поляк. Дай проход. Просто ты эвакуировать все равно не сможешь ездить, или это будет стоить для тебя космических денег, которых у меня даже нет? Давай уточним. Нажать галочку play... Берем, а ты... Нет, не надо. Это если ты нажмешь ту галочку, то ты будешь играть до этого. Какую-нибудь пробу с Южной Греции... Но потом ее передать. Угу, все, спасибо большое. У тебя и до Греции коры не хватит. Вот в чем прикол. Сагаптор, я веду небольшой контингент. Тут небольшом контингенте смысла нет. Нужно либо сразу то, что ход войны изменит, либо... Да, фраза давай, это 72 Б3. Куча. Да. Раньше зови, Сагаптор. Воу. Административные проблемы. Захвати этот Сибас или как его. Короче, зови. Короче, захвати Сибас. Дед, давай, дед. Дед, надо. Ерем, вот Софи возьми, не знаю, у Марокко, например. Я думаю, Меф не будет против, если ты возьмешь, а потом ему передашь. Оран какой-нибудь там. Блять. Мне нальешь на 900 очков, я охуеваю. Чего 900 очков? Администрации. У тебя генерал есть какой-нибудь хороший? Ну вот понимаешь, у меня ребята, ради этого я аферу Бремен-Вендерном и делаю.
У меня сейчас National Stability Level минус 25 всего лишь. Вот хорошо же. Так он все равно остался там. Пацаны, эпиславер. Вот когда у тебя плюс будет, это будет вообще супер. Смотри, поинт в том, что я его вообще вафалю потом, и все. Там проблема в том, что там везде холмы, блядь, леса ебучие. Там а там я его выделить нормально не мог, потому что... Я, на самом деле, я приготовился к такой затяжной войне, скажем так. Ну вот я бы не очень хотел, честно говоря. Блядь, он придется. Опять тебя горит, ну что за пиздец. Не, ну я, конечно, за русский мир как бы готов лечь костей. Пострадать? Да, да. Ребят похоронить. Ну что, сейчас придет Русня из Польши и будет еще. Первая мировая у Франции. Странная очень мировая война такая. Наполеон слишком рано попер, ёпта. Ну, вообще охренел. Наполеона будут наказывать. Я хуй знает. Подожди, а поляк в альянсе с Францией? Да. Джокер, ты не будешь мне поможешь? Может, поможешь? Нет. Да вы там и так вдвоем справитесь. Это было бы... Ну, посмотрим. Ну ты хоть что, проход-то деду дашь? Да, он дал проход. Это там за Пфальц, по разговору сейчас там. Да, Майнц. Да не, просто я пытаюсь со всеми дружить. Пиздец какой-то, в мире творится ад. Убиваются. Радуйся, что у тебя дегрисов нет. Да. У меня пошел дегрис. Не так все довольно грустно, на самом деле. Ну ебись, конем, а. Фортичелли, херетикс. Фортичелли? Кресты? Ну эти... Причем они во впрусь не вылюбили. У меня в Житомире 9 поистанций. Ты там, кстати, построился, Венерка твоя? Вот построился. У меня в ломбарде 11. А дай проход, что? А, кстати, вот я построил шахту в Самаре, 20 продакшена там теперь вылезло. Было ноль. О, Джокер отказал проходе. Ну вот ну что? То есть. Что ты от меня хочешь? Нет, что ты хочешь в проход, скажи? Я? У меня нынешнего стабилити падает чудовищно от войны. Фасарь. То есть ты просто так берешь это самое, да? Ну да, просто как ты берешь и заявляешь. Ребят, давайте вы белым с французом замиритесь, а? Что, я против тебя войну не начинал. Нет, ну он Сандгау просто еще кое-что меня забрали. Нет, понимаешь, в чем дело, что как бы ограничения вот такие в проходе, это тоже... Это вот уже прямое нарушение наших договоренностей. У вас только рабли там мало же осталось. Давай, воюй. Умри в декрисе. Сейчас еще и Рёма имеет претензии к про... Ну вот говорю, что я против тебя не нарушал договоренности. Ты сейчас нарушаешь. Ты уже нарушил тем, то, что ты сказал, что ты вступишь против меня в войну. Возможно, я наврал. Ну, началось, типа. Главное слово. Не наврал. Ну вот, отношения-то уже это. У нас есть. Танк осадок остался. Фадок остался. Этот вот. Танк, если ты больше нашли, я тебе помогу. Я не хочу воевать с Польшей, но вот... Дед, аккуратнее. Говорю, что давай на 20 лет я тебе дам 200 монет, скажем, в этот проход. Согласен? Есть причина, почему я не иду в Эльзас, на самом деле. Хотя, на самом деле, для тебя это не так давай, важно. Манпауэр бесконечный примерно. Так что... О, идёт. А генерал его, по сути, есть? Предложи проход, у меня дипломат будет идти. Сука, ну что за... Я 5 дней не могу никого отправить, блядь, такие ебучие лайки. А вон у генерала Австрии есть, правда, их херовый. Херовый? Нормальный. У Франции, правда, сейчас нет генералов. У него 4, 2, 2, 1. Кстати, этот стабилити левел понижается. Дошел до 25 и снова понижается. Вот, то же самое было. Ну, кстати, дед, стой, дед, не надо, дед, отставить, надо, дед. Надо, успокойся. Да он дави, у него мясо, у него 120 тысяч МП, он может давить постоянно. Блять, ёбаные кубики, а. Все, занимайся он гау сейчас. При том, что прикол, восстала провинция, у которой уже не молоточек, даже, а птичка. Занимайся. Ебать, там вайпнули. Ты вайпнул, что ли? Оооо. Кого вайпнули, вас или вы? Нет, есть причина, фигал, есть...
Я тебе говорил, что есть причины, почему я вот ну, так вот сделал. Ну нормально, все, стой теперь, как стоит. Что там случилось-то? Ваня, мне ивент пришел на еще одну эту. Сагаптарион, а ты-то чего не писал? А я не успел банально. Хватит паузить, Дед, начинай. У меня лаги дикие. Я бы с удовольствием не паузил, но у меня чудовищные лаги. Че там у вас? Какая разница, пацаны? Ну и за руки затащить. Сагаптар, прими, я хочу посмотреть на войну. Кто проиграл? Ты, блядь, ты поучаствуй, блядь, сука. Просто лой. Сука, блядь, дед, от тебя пользы? Кто знал, что русские войска не то чтобы ватные, а просто пиздец. Я не знаю, Сагаптар, а ты-то чё вообще? Пиздец. Тут не только русские войска ватные. Еще и армию ватные. Пиздец, вы вдвоем сейчас могли бы просто... Короче, дед не нужен. Дед на автохуёв одет, да? Я не знаю, Сагаптар, на самом деле ты не нужен там. А у французов квальчфу у меня есть, да, там их, а? Ну вот я, видите, я опять же к тому, что тут эти ватные ребята, они здесь вообще не помогают. Да они нормально все, это Сагаптар. Хули он меня, блядь, вайпает, пиздец. Вот я говорю, что квальчфу. Я сейчас рейч квитну, я не шучу. Хорошо, держи. Альтеф, блядь, иди нахуй. Я так не играю. Какого хуя? Че, в ноль ты че? Все, иди нахуй, блядь. Ну чтобы, блядь, тут... Еще... Не надо речвикать, вы че, люди? Ну че за детский засад, ёпт? Я говорю, здесь чудовищный дисбаланс. Я в этот парк играть не буду. Дело в чудовищном дисбалансе военки в этой игре. Дело не в дисбалансе. Дело в дисбалансе в рукожопе. Он вас по частям сейчас распилил, да и все. Это не по... То есть, даже, блядь... При каком преимуществе должен быть, блядь, 20 тысяч в ноль вайпать? Вот как так? У вас военные исследования... Подожди, Сагаптар, ты военные исследования проводил? Да, у меня... Армии, они, в принципе, должны... Короче, идти нахуй, все. Сагаптар, извини, но вот даже твои вассалы, по-моему, и то как-то сильнее... Сагаптар, у Сагаптара только что у нас? Drafted Army. А, ну и еще инфантри. У него качество нет, а у Франции качество покрыто. Вот я говорю, качество дико решает здесь, поскольку оно дает какие-то совершенно чудовищные... Ну, здесь абсолютно дисбалансные военные идеи, вот чудовищный дисбаланс. Я, знаешь, мне напомнил, как ты это в той партии воскресной за Австрию вступился, за... Че, он вернется? Че там где Сагаптар? Игорян, иди вступай в войну, че? Блядь, да меня ТМП, ёпта. Да ладно, мы ты, блядь, видим, все. Так, ну мне, блядь, мне надо собраться. 50 тысяч, у меня нету МП. Ну у меня же не полный МП. А чё, сука, крестьян? Хули у меня в Мюнхене горы, сука. Ты чё там, где Сагаптар его подбирать? Вырезали нахуй, Сагаптар был 75к. Его вырезали, дед привел, сколько там, 45, и тоже их вырезали. Ну причём их вырезали одновременно, француз своими там 20. А как вот так, не могло же так быть? Они, я говорю, здесь чудовищный дисбалансный мод. По частям только. Тупо их по частям резали, вот и все. Oh my God. Сначала один корпус, потом второй, потом третий. Если так бы они там вместе бы напали бы, то они французам просто, блядь, похоронили. Они типа не вместе. Еще раз говорю, вайпали там, вот битвы были там 30 на 30, и дикий вайп, просто в ноль. Вы же, может, на минусе напали на кубике? Нет, там в полях все дело было. Нет, дед на минусе напал. Нет, я напал в поле. Там потом, может, Маус появится. Там бывает, там первых там два, один тик без этого, а потом Маус появляется. Ну, в любом случае, суть то, что там просто был чудовищный вайп в говно. Ну, можем радоваться, на самом деле, посадить это Индии. В этом случае. Да. Ну, я не знаю, тут чудовищный дисбаланс. Да, нет, еще воевала Франция, это воевала не Рейх. Рейх там просто будет вайпать ту же рашку. Да Франция тоже не слабая. О, наконец-то, Йоханнеф Гутенберг Байбл. Мне вот, кстати, вот об этом вот сейчас вот пишет вот один человек и говорит, их там, блядь, туп, блядь, вайпали, блядь, 50 тысяч французов по очереди вайпнули, блядь, все их стаки по 25. Нет, нихуя там не так было. А, я сам видел это все, что-то тоже где-то... Блядь, а я-то тоже видел, у меня на стриме все это есть, нихера там не так было. Ну, я потом посмотрю. Так вот именно и было. Нет. Ну, блядь, давай жидов спросим. Жидов, так же было? Ну, конечно, так и было. Австрийцы даже не успели прийти на помощь русским. Потом австрийцев также поймали. Слишком быстро, да? Значит, в НГ пересадка Ратуса, бля, пока пукан залечивается у этого Сагаптар. Что такое? А что, Сагаптар ливнул, что ли, или что? Да, он ливнул. Что ты пишешь, что ли? Блядь, тогда надо, да, ну вообще надо по-хорошему, да, рехост. В НГ, рехост.
А чё, какая разница? Ну давай, ладно, будем. Ну тут месяц. Здесь на Минге важная война идет. Аурихост. Там, я понял, армия не осталась. Типа. Там нет, там война слита, все. Там Австрия убита. Там Австрия тотал ноль. Интересно, Византия тоже убита. Не, подожди, интересно, если Польша вступится, она также армию потеряет. Не, ну со Польша, что это вряд ли? Польша не мощная. Не, Польша самая мощная армия, так-то. Так, сохраняюсь, сейчас, подожди. Игорек, стабильности до нуля, впиши хотя бы, ебаный в рот. Ну сейчас. Да ладно, я уже на следующей партии тебе впишу уже, я посмотрю там, что раз пропогоняю, посмотрю. Не, это, блядь, тогда всем нужно, нахуй, как нахуй, это, блядь. Жертву такой хуйни. Да нет, так, у Фагаптера жопа не стабильная. Не уже завтра была. У меня жопа просто, самая стабильная тут, на самом деле. Да, и поэтому ты два раза еще речку видел. У тебя этот... Я бы на тебя посмотрел, блядь, если бы... А, на меня еще смотреть, меня пускали три раза, блядь, в эту игру. Ой, танк, блядь, у тебя рейх с чудовищными военными бонусами, который просто сметет все вообще здесь. Меня нет, три равра пускали АИ, и я спокойно сидел, и это самое... Здесь мод чудовищный дисбаланс. Сжимал булки, и было норм. Да дед, ну вас по очереди ебали, ну чё вы тоже, ну видел это я всё. Сначала тебе 30к вайпнули, 50 французы, потом... Да не 50 там вайпнули. Вот, кстати, говоря, по поводу... Вайпнули 25, потом Сагаптеру вайпнули 25, а потом вайпнули последний стак. Жиг меня не пробивал уже, помнишь Жиджика, ты же на меня два раза... Игорь, хотя бы до минус одного с тобой покинь, а? Я же запустил перку, ну я тебе... Посиди, я тебе в следующую партию впишу. Да, блядь, я же хочу хоть что-нибудь в этой партии сделать. Ну, попытайся... Да на самом деле, это вот дурацкая позиция. Тут у половины игроков, короче, все плохо. Братан, они... до минус 2, хуй с ним, хотя бля, бы. Да нет. Я уже в Берг, я тебе впишу плюс 3 сразу. Там. Значит, нет, там поинт в том, что просто у нас сейчас этот самый патч на мод был. И в этом у половины игроков все плохо. Да. Мы просто как бы развивались все. Я тебе отвечаю, что если мы начнем по новому, у всех. Если мы начнем по новому, у всех будет все плохо, вот точно так же будет все плохо, но только просто танк. Игроки бы оглядывались на новый патч и как бы по-другому развивались. Нет, безусловно, бы оглядывались, бы медленнее развивались бы все дела. Ну, как есть, так есть, но че. Не развивались бы. Поэтому следующую партию можно тоже начать с 1310-го. Нахуй 310-й год. Не нужен он, блядь, вот именно. Если начинать новый, всех... Если эта стаба будет на всех влиять, то с 1310-го нормально начинать. Не, новую, я думаю, надо на ванилке начинать с этим, в военном ДЛЦ. Ну, вообще, да, нужно просто ждать до Art of War. Я как раз собирался собирать большую партию. Не знаю. Короче, а во-вторых, вот по поводу войны. Вот что же скажут, когда вот мы воевали, вот замес был. Он меня не пробивал на своем фронте. Конечно, у меня МП сбился, у него был здоровый МП, но он не пробивал меня в горах. Я, блядь, мы нормально все, я на минусе отступал, на этом бился, и как бы он отступал. Не было такой никаких вайпов. Игоря не создал еще? Сейчас мне грузится. Здесь я чудовищный вайп. Да, кстати, до скольки играешь? Ну, еще пару часиков. Дед, ты вообще, я не знаю, зачем такие маленькие стаки делаешь? Тебе надо вообще водить 30-ки, да? Согласен, кстати. Ты желательник. Православный брат, да. Создал. Братан, ватан. Я чувствую, что смотрели это дерьмо. Ну все то, как обычно, снова 1-2-3. Только в этот раз 1-2-3 пароль. В смысле, 1-2-3 тег, а снова пароль, да? Наоборот. А, блять, эта дебучая игра вылетела опять. Но она вылетает после выхода меню. Так а что там по колонизации глянем? Вообще нихуя не заколонивает. О, нихуя, смотри, блядь. Меф там пиздючок, блядь, подколонивает, нахуй. Даже Еремка заколонил уже что-то там, Ньюфаундленд. А Еремка, кстати, 500 должен золотых. На самом деле 600, потому что процентами. Инфляция. Даже Ваки там что-то там, смотрите, уже это... Потому что... Дальше банк теперь выдает кредиты. Я там ничего не делаю. Дотационный не ерёмка. Я почти собрал, имею в виду смысл. Так, я пока чай сделаю. Не, ну тут, кстати, гермашка, она тут сильнее, чем ванилка. Тут, конечно, да. Реально сильнее, чем ванилка. О, что-то как-то убыло. Скандинавия больше, если раньше сеть была, то нет. Может быть, не сяду больше, да, на ней? Не, если сначала на ней сидеть. На ней сидел кто-то или что? А что-то даже не смотрел, а это как у Вати, как у тебя там дела-то вообще?
Вот так потихоньку. Потихоньку? Ну, вроде там первые домики на налоге построил. На самом деле, мне интересно, если Вакша все делает вот такую Швецию, к трушной дисциплине со всеми делами, и будет воевать с Рефией. Вот реально пара в таков, там 25 ваки будет, и там сотни миллионов ватников делают. На самом деле, вот самое ёбичное в этом, знаете что, пацаны? Вот, там не даже не этот, не форс-марш и прочее в качестве, а в том, то, что это при вайпе там происходит же War Exhaustion накидывает. Да. И его вбивать нельзя. И от потерь там War Exhaustion. А War Exhaustion не сбивается, вот в этого хуёво. Да. Ну то есть тут да, ну, Россию должны тоже... выпилить, а у нее там это будет, как Первую мировую просто. Ну, ватники да, поймут, что все плохо. Она сама лопнет. Танк, а почему с Рефи-то? Я что-то не пойму. Че? Почему с Рефи-то? Ну, соседи, потому что. Ну, не знаю. Потому что он слабый и беззащитный. Ну не, я могу на кого-нибудь другого поставить, на кого, например. На тебя, вот, да, вот, ну, Германия с немцами. И задумался, просто задумался. Так этот, Сагар, ты очко зачем?